открой с воздуха, вот, мои донаты хорошие. Ага, да, да. Трогай, блядь. Что ты хочешь? Поехали. Воды нет, я подкупил, не думал. Ну да, дай мне вот тут звонок. И берите его. Ебать, как компот, как будто бутылка. С этими, блядь. С компотом, нахуй. Блядь, смотри, с чего начинается. Да. Первое сообщение в чате, блядь. Ну, ебаный в рот. Ну, блядь, может, хватит, пацаны, уже. Ага, троллик, заебали. Здорово-здорово всем, кто к нам присоединяется. Сейчас побольше людей к нам придет. И да, сделаем приветствие. Петушок это, блядь, внук твоего деда, нахуй. Да. Вот это мощно было. Не, убери его. О. Все равно. Надо поставь его туда. Да вон туда. Все? Да, блядь, туда! Купить ему коньяк. Да он не хочет. Жирно ему для коньяка, да. Блядь. Да заебись, все, дела охуенно. Че, устали, блядь? День тяжелый, как обычно. Да, воскресенье никогда не бывает простым. Но... Давай, Костян, приветствую людей. Всем привет, с вами Константин Петухов, с вами дедушка Вова, с вами товарищ Зверев. О, с вами канал Дух Петух, мы снова с вами, снова для вас, снова вас радуем. Что радует? Снова, говорю, вас всех радуем. А, снова радует. Понял. Я прям на водку посмотрел, мне язык начал заплетаться. Да тебе водка сшибает сразу, но, блядь, физнагрузки потом лечат. Да. Выводят весь алкоголь из организма. Посидел, поприседал, умылся, все как огуречек, да? Константин Холмиков. Здорово, Костя. Ну, сейчас все будет бодро. Сейчас бодрость духа немножко поднимется. Будет бодрый дух. От водки в натуре, да, быстрее дуреешь, чем от этих всяких тем. От водки прям как волна, да, сначала хоп-хоп, закидываешь. Я только встал, все. Потом такая волна, вжух, блядь. Вжух, и ты пьяный, блядь. Вжух, и ты пьяный. Всем вновь прибывшим, еще раз привет. Да что-то не погнет, походу лагает, может, приходят или будут. Да, вот, на всякий случай сказал. Говори, блядь, громче, а не под нос, нахуй. Всем привет! С вами канал Дух Петух, с вами Константин Петухов, и вы в этом не виноваты. С вами дедушка Вова! С вами товарищ Зверев! Вот так вот надо, блядь, делать приветствие. Ну чё, пацаны, девчата, как у вас дела, как выходные проходят? Кто как проводит выходные, пишите. Пишет охуенно. Обсудим. Обсудим, да, можно пока чатом пообщаться. Здорово, братан. Ой, блядь. Как оно вообще? Виски, бренди, коньяк. Да, блядь, какой виски, бренди, он... Водка и то для него, хуй знает. Как сильно. Фиши сладости, ага. Что-то видишь, мы, бля, анонс не давали, людей нету. Да у нас тоже нормально все, братан. Езда да. Там. Все хорошо. Все мероприятия спонтанные. Они. Салам. Как ты, братан? Салам. Блин, аккуратней надо, Никита. Болеть сейчас, блядь. Не время. Не время, ага. Такая погода, что, блядь, конечно, не мудрено заболеть, но все же. Но все же. Ну, тут поет движуха. Тебя, Костян, как выходные проходят? Расскажи людям, интересно же, блядь.
Что делал? Достаточно благоприятно для меня, по крайней мере. Но... Опять, наверное, шарился где-то, блядь. Да-да, опять тут, блядь, заставляли всю эту хуйню печатать, потом отправили, блядь, кино посмотреть. Печатник, у тебя погремуху, тебе надо дать печатник, блядь. Тебе каждый день можно погремухи менять. Ну да, каждый день новый человек. Не, ну как бы... Так-то, привет, здорово, здорово. Привет и тебе, и Волгограду. Да, блядь, сука, нахуй надо это... В натуре в группе посты укладывать. Где стрима, то забили реально на группу. Чё ты забил на группу? Да так получилось. Не дали сегодня зайти. Чё не дали? Блядь, блядь, твои сложности дали, не дали. Ты, блядь, должен выполнить задание нахуй. Дали, не дали нахуй. Захар, здорово. Здорово, Захар. Потихоньку как сам, братан. Жизнь у нас, да, неплохо. Вот с нами народ. Поприветствую еще раз всех. Всех вновь прибывших. Всем привет. Ууу! С вами канал Дух Петух. С вами дедушка Вова, с вами товарищ Зверев и с вами, конечно же, Константин Петухов. Но вы в этом не виноваты. Встань, боец! Ага, бля. А чё он трезвый уже? Вот это нормальный вопрос. Давай, да. На стуле насиделся, я думаю, о, давай еще разъеби тут все нам нахуй. Напоминаем нашу коронную фишку, что, бля, можно на лбу нарисовать, что хотите там, блядь. Ваш ник, вашу инсту, вашу ВК. Рисуночки рисуем. А, блядь. Иди нахуй. Так, что еще? Да любую, разрисуем любую часть тела, да, напишем любое слово, какое пожелаете там. Да, у нас там недорого. Ники ваши там в контре, блядь, в доте, какие еще игры есть, я не знаю, там. Даже ники... в Ведьмаке 3 можем написать Геральт из Ривии. В Инстаграме, блядь. Ну вообще, где угодно, нахуй, да? Тогда, так, да, точно. Да. Хорош тебе, блядь, ногами шевелить, стань нормально. Не шевелись. Мир! Воль! Мир! Вольно! Не Смирно. Улыбайся, блядь, весело, да, солдат, да, блядь. Сука, долбоёб, при команде смирно улыбается, нахуй. Да, еще, кстати, это, завтра подтянется Лютый. Вот, Лютый будет с нами на стриме, короче. Вот. Так что, короче, будет вообще пизда там. Да, все, кто ждал Лютого, завтра будет Лютый. Да, 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 да. Те, кто с ним знаком, знают, что это за чел. Ровный парень, делает тоже нормально. Дух в ахуе от того, что он может. Да, да, дух очкует Лютого, пиздец. Вольно. Ага, что-то он до смирно стоял. Лютый, да, может, блин. Лютый, да, жестит пиздец, на самом деле. Да мы его, да, хотели. Опа. Чепуха, здорово, братан. Здорово, солдаты. Здорово, дух. Здорово, звери, дедушка Вова, как выходные. Здорово, чепуха, здорово, братан, как дела тебе? От души тебе за донатик. Муа! Да выходные как? У всех по-разному. У меня, допустим, выходные вообще охуительно прошли, пацаны. У меня тоже, блядь, спал, ел и все. Ну да, в киношку я еще сгонял тоже, слоников отвел, посмотрели. Прикольно было. А у тебя как? Ну я уже говорил, я сегодня, ну как бы не только сегодня там. Запрягли печатать ебучую хуйню, которая меня уже бесит. Какая хуйня? В армии разве есть какая-то хуйня? Да, хуйня. Я бы там сказал. Виктор. Виктор, здорово. Что за медсестра? Когда она придет? Что будет делать? Здорово, Виктор. Поздравляю. Здорово, Виктор. Спасибо тебе. Муа! Счастья тебе в дом просто. Лечить душару будет, если мы его ушатаем. А если не ушатаем, да, то что-нибудь другое поделает. Ну мы найдем, да, что с ней сделать. Да, найдем, что с ней сделать. Надо сначала, да, нас собирать. Но так лечить будет духу. Молодая медсестра. Да, медсестру мы эту видели. Красивая пиздец, пацаны. Ну вот, так что будет все заебись. Да! Так, точно. Но я, правда, еще не видел. Для меня это будет сюрприз. Загадка. Лечить да тебе будет. Вообще рано еще на девушек смотреть. У тебя воздержание, блядь, уже нормально так. Так что это самое, пацаны, на медсестру нас собираем. Также я напоминаю, что у нас вот видно наш прайсик, и еще у нас в описании там крупными буквами просто тут. Может мелко кому-то не видно. Блять. Вспомним ваши желания, так сказать. Да, прокачаем, набухаем духа или отпиздим. Прокачаем, набухаем или отпиздим духа. Все вообще в воспитательных целях и развлекательных. Повеселимся, да, блять? Так точно. Так, что да, я хотел глянуть. Какую хуйню. Так,
Погнали, бля-я-ядь. Два тигра. О! От души, мажор, здорово. Здорово, как дела, мажор, вообще у тебя? Бродяга. Мажор, здорово. Два тигра. Спи, боец. Бля, давай, давай. Здорово, мажор, как оно? Как выходные провел? Давай, как на настроение? Как вообще, братка? Тигра делаешь 10 раз в этот раз. Бля, Симу костян пусть порежет. А как у меня кого отставил тогда? Бля, ну у меня принцип. Понимаешь? Ты же не кушаешь. Да. Поблагодари мажора. Поблагодарил, могу поблагодарить еще раз. Хорошего человека поблагодарить несколько раз. Не жалко, от души тебе. Ма, счастья в дом тебе просто. Че, ты с мужиками целуешься, что ли? Не, ну это в смысле. А, да. Давайте я вентилирую нахуй. Почему зверь? Так да, да. Курит, а я нюхаю, блядь. Вентилирую нахуй. Двумя дрочками. Дрочка. Опа, бля. Давай, чтобы запах табака вообще до меня не доходил, нахуй. Вот и руки калечные, блядь. Ну прикольные такие пропеллеры нахуй. Два. Главное, чтоб не сломались, блядь. Прикольно они это, да? Зато, да, блядь, зато мне тут пиздец везды у меня. А, суки. Давай, зверь так. Опа, Артём. Здорово, Артём. Здорово, Артём, привет. Привет, зверюга. Привет, Вовка. Привет, душара. Ждал здорово. Стрим ваш пиздец. Где вчера были? Да вчера дело такое было, и вариант было стримить, пиздец, сами хотели. Да, у нас как возможность вырывается, мы вот прям сразу, видишь, сегодня неожиданно, тоже не рассчитывали, но запустились. Ну, блядь, нежданчиком самое прикольное же. Тогда, вчера, да, хотели тоже, но вот пришлось на сегодня переместить. Все, забей. Ебать его, урод. Бля, аж холодно стало, нахуй. Ну, прикольно. Зега-зега, здорово, братан. Как ты? О, Зега, привет. Здравствуй. Пробую. Бля, дай мне попить, давай. Боец. Давай, двигайся под бит. Бит охуенный, песня. Да, охуенная. Песня пиздатые, пацаны. Если кому нравится песня, на странице у Кости все есть. Вот, у этого духа, короче, все есть, нахуй. Тогда. Ебать, на прошлом стриме ты пела охуительно. От Давай души. Лепса еще О. раз. От души. Делаешь от души. Нехуй делать вообще. Лепс делать, да. Бля, в Лепс какая песня? Рюмка водки на столе. Не, базара ноль этот. От души тебе. Что-то я хотел спросить, бля. Ну ты да бухой был. Он бухой пиздачи поет. Сколько у нас ну, да. стоит песню спеть? А, сейчас. А, добавь еще донат. Добавь донат в вертолет. Подтанцовывай давай. Ночь по улицам пошла, звездной поступью цариц. Громче. Бля, проверяй. Слов и чисел простота. Ему, блядь, у небесного моста раскидала перья птиц. Сейчас все сделано, да поет песню. Да. Не забудутся никем. Праздник губ, обиды глаз. Микрофон только не разбей, блядь. Забери меня в свой плен, эту линию колен. Целовать последний раз. Еще два подробно. Прям сейчас. Только! Что ждать буду нахуй? Рюмка водки на столе.
Ветер плачет за окном, дыхай болью. Отзываются во мне этой молодой луны крики. Нелегко тебе отдать парусам ветров и птиц. А, напоминаю, Ивана, сейчас напомню, забавно. Может даже не понять, может даже не узнать среди тысяч женских лиц. Пусть глаза мои молчат, молча смотрят на луну. Если кто поймает взгляд, поторопится назад, сам не знаю почему. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном тихой болью. Отзываются во мне этой молодой луны крики. Болью отзываются во мне этой молодой луны крики. Нормально. Олимпийский. Так, и под говно еще два раза. Там два раза доказывали, да? Да. Опа. 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 Охуительная песня. Да. Че там? Блять, ну пьяный он, конечно, лучше поет. Так, слышишь, попиши, пацаны, опа, проверяй. О, давайте черепашку, и потом леща. Давай, давай, черепашку. Опа! Как тут и дебил. А, черепашка, блядь, что делать? Давай. Сладенько надо. Да. Сладенько опять, да, ебать. А теперь, Замар, опа, он у нас больше не матюкается. Да, бля, заказывай. Получается такой лечь, что прям как лечь. Заказанный мат. От души. У нас дух. А, напоминаю. Получает, как сказать, короче, в лицо он получает. Или в тело. Короче, дух за каждый мат получает либо фофан, либо подзатыльник от каждого. Так что напоминайте, если материться. Но он по шураса напоминал. Да. Если мы вдруг тоже не усмотрим, вы напоминайте. Будет наказан. Также напоминаю, у нас есть газик. Блять, сука, из этого фрайса. Да, дух? Так, точно. Есть газик при сидухе, блять, водка. Да дохуя что есть. Еще есть бомбы. Вертолет. Бомба. Блять, почему ты бомбу, блять? Блять, да, на ПО, да. Не переживал, да, на бомбу. Меня застрелило, блять. Дух. Дух. Здорово, дух. Дух, помнишь, как ты напился, к хуйми стал, перевернул? Что тебе было потом после этого? Пизда мне была, блять. Просто пизда. Расскажи подробнее, блядь. Пизда, пизда. Может, ты пизда. Отпиздили, блядь. Отхуесосили. Блядь. Ну это... Я просто мало чего помню, пойми. Мало чего помню. Зато я все помню, пизда. Дал я ему пизды после стрима. Жестких, блядь. Отпинал нахуй. И, блядь, чё? И все, ебать. Ну я тут, ну, короче, мы чуть не спалились. Мы чуть не попали с этой хуйней. Ну да, ебать бы он это, да, понял, я подвел бы, если бы его спалили, пизда. Да хуя чего, ну заебись, мы поменяли. Тут, короче, это какая хуйня. Я ему говорю, такую хуйню будешь исполнять, я реально буду пиздошить жестко. Ясно вам, блядь? Ой, блядь, дух. Да. В ахуе ты был тогда? В ахуе, и не то слово. А вот теперь, блядь, материться, да, нельзя, нахуй. Ух ты, блядь, хороший. Я тогда фофан дам, ебать.
Да, мат, я просто сам пацаны не запоминаю, блядь. Вы напоминайте. Опа, жаба. Здорово. Здорово. Здорово, дух. Здорово, дед Вова. Здорово. Здорово, жирный. Как дела? Особенно интересно, как жирное дело у самого жирного деда во всей рокийской армии. Ступайся, про меня тебя имеет. Про кого? Про жирного ты кого имел в виду жирного? Ты сука, тварь. Просто если ты имеешь в виду про жирного, про меня, да, ну как бы я... Где вы тут собаки жирного нашли вообще, ёбаные газовые, блядь? Нахуй вы, блядь, обзываетесь, блядь? Пидорасы вы вонючие, блядь. Какой нахуй жирный, блядь? Жирный, блядь. Про кого? Про тебя имели в виду? Да, походу. Сука. Он же... Да, он жирный, блядь. В натуре, блядь. Все, блядь. Сука, на такую хуйню мне, блядь. Бомж ебаный. Иди нахуй, блядь, сука. Какая нахуй жирный, блядь? Ты, если ты, сука, знал, сколько я жму, ебать, лежа, ты бы охуел. Иди нахуй опять. Нет, я про того, который слева от духа сидит. Жирдяй самый настоящий. Жирненький жирдяюшка. Жир, жир, ты жирный, как поезд. Давай, можно матом под хуй сосить. Пошла нахуй, ебаная жаба, пускай. Разрешаю. Пошел ты нахуй, пидор ебаный, иди в носки дрочи, блядь, дома сиди, блядь. Потом нахуй выебывайся, сам не будь жирный пиздец. Сначала, блядь, выходит нахуй твой живот, нахуй. Потом ты, блядь, придурок. Ближе давай ему нахуй, чтоб боялся тебя. Пидор, блядь, сука. Тогда за маты прощаю, здесь базара ноль вообще. Все, да, за маты сука, кто так будет, блядь, пиздеть такую хуйню, тут сразу идет нахуй, вы поняли? Нахуй просто, блядь, нахуй бомжара, блядь, сука, иди, блядь, нищая. Ага, все хуйней заебывает, блядь. Ага. Вичуганы. Да школотаны. Ну да. Мы знаем, что лагает. Ой. Ой, блядь. Да? Жирный. Так точно. Че у тебя с пузом? Да толстая очень. В качалку ходишь, Костян? Да нет, пока. А чё? Ну вообще хочу. Не пускают, что ли? Не пускают. Здорово, Славик. О, жабы, привет. Поддерживаю тебя. Жирный так бомбит смешно, пиздец. Наш жердяюшка, он, наверное, самый жирный во всем Литаре. Кто ставит плюс, тот сосет хуй у Славика, ясно, блядь, жирный. Молочного, блядь. Пидорас вонючий, иди нахуй. Кто поставит плюс, идет нахуй вместе с этим Славиком, ясно, нахуй? Дерьма, кусок. Дерьма, кусище ебучее. На всем Ютубе самый здоровый, ебаная жизнь, блядь. Пошли вы нахуй. А, сука, все, вот этот нахуй идет сразу, 5 раз. На массе, да, реально, блядь. 150 нахуй на раз жму. Ясно, блядь? Вот, пацаны поддерживают, ебать. Чё с твоим жимом? С минусом костям поддерживают. Сука, вот уроды вонючие. Пока не знаю, нищие, давно блядь не занимался. Во всем. Надо сходить будет, посмотреть. Тебя пускают туда хоть? Не, пока нет, пацаны. Пока не Вася, иди нахуй тоже отсюда, понял? Ну, пока говорят, нечего тебе здесь делать. Иди. Давай, скамью для жима неси сюда, покажу, сука. Тварь ебаная. Да пошли вы нахуй, кто вы такие, чтоб я вам тут что-то показывал, блядь. Сука, я, блядь, притащу реально сюда скамью для жима, буду вам, блядь, показывать нахуй, блядь. Вот задонатишь мне бабок, ты, сука, даже, ты даже копейки мне сюда задонатишь, чтобы я тебе что-то показал, ебать. Да я даже бицуху не покажу бесплатно, блядь. Да? Так, точно. Ну, просто матом не хочу ругаться. А, вон там свои спортсмены говорят, хуйню, значит, жмешь, базара ноль. Да-да, но спортсменов много, хули нам на вас, пацаны, далековато пока. Мы так, любители, так сказать. Все профи, нахуй. Чё поделать? Да, все, закрываю чат, не смотрю в чат, потому что вы все жирные пидорасы, кто всякие хуйни мне пишет. Привет, пацаны. Здорово. Я Вупсень Пупсень. Вы очень интересные ребята. Спасибо. Часто смотрю вас, особенно загоняет. Смотрю на жердяя, ебать, и удивляюсь, как он в камеру помещается. Нахуй вы его туда посадили? Жир, жир, жир. Сука, нахуй ты, собака, стрим портишь, и все остальные долбоёбы, нахуй вы эту хуйню несете, ёбаную, какой нахуй жирный, иди нахуй вместе с этими долбоёбами, блядь, реально. Вупсень, засунь себе голову в свой пупсень, ясно тебе? Тогда, ебать, нахуй вы портите, блядь, настроение и стрим, ебать, я начинаю, блядь, агриться на эту хуйню, блядь, меня это реально раздражает, меня вообще раздражают такие вещи, кто вы, блядь, такие нахуй, вы, блядь, даже в лицо повторить такую хуйню не сможете, ёбаные гандоны, блядь. Да,
Я больше чем уверен, что они, если бы, вот, не знаю, увидели, да, вот товарища зверя вживую, они такие: ну нафиг, надо бы лучше отойти за 5 километров. Вот ты когда увидел меня, да, ты что вообще сказал? Я подумал, ничего себе, вот это, вот это. Я подошел, сказал, я тебя убью нахуй, блядь, и все, блядь. Конечно, нету такого. Какой нахуй, блядь? Мне вообще с такой хуйней никто не заебывает, блядь. Я вообще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь, даже вот, я не знаю, из сослуживцев, да, товарища зверя, мог бы подойти ему как-то нагрубить или еще что-то. Ага, блядь, ты же знаешь сам. Не видел, не знаю. Не было, замечено на территории не короче. Было. Короче. Григорий Лепс. Здорово, пацаны. Здорово. Как вы охуенно на мою песню спели. А молодцы. Таулайка. Кусок жира на столе, моим хуем по пиздее. Взрослей, еблан. Взрослей. На голос меня возьмешь? Пойду к тебе на голос, Гриша. Да, ебать, жир твой, сука, держать, еблан. Жир, какой жир? Вы вообще где жир увидели, блядь? Вы такие, сука, блядь, дикие. Нахуй вы на этот ебаный чат ведетесь? Есть жир, блядь? Есть. Жирочек, вон он, ну, мамонище. Свинья ебаная. Сука. Да? Бегаешь, ну, нормально, блядь. Что-то тебе, ну, на бегу, зарядках бегу, не но... видно, ты там, наверное, вообще, да, не бываешь? Да нет, бегаю, конечно, бегаю. Как же без этого? Жирный, блядь, тварь, нахуй. Ну, пятнашку бегаем, но я пятнашку не всегда бегаю, но иногда бегаю. Ну, как бы... Какую, блядь? Умер... Здорово, мажор, здорово. Дух интереснее, когда он бухой, приступаю к утилизации духа. Сука, нахуй. От души, братан! Красавчик! Утилизация, я думаю. Давай, для мажора, сказал, поскольку офиген... это первая хорошая. Мажор, за тебя, братик. Напоминаю, что дух Сиги хавает, а добавь Вован еще в донат вертолет. Мажор, за тебя, братик, да? За твое здоровье, за твою просто удачу. От души тебе. Ну что-то очко разорвалось вообще, ебать. Я вас даже не читал, ебать, жирных хуюш, блядь. Мат был в натуре? Говорят, мат был. Когда мат был? Пишет, давай. Когда? Какое слово? Поебать, верим. Ну, был, наверное, потому что... По кукарекать еще просил. А, да? От всей души надо вылить, давай. Наверное, выдохну. Петух разошелся, бля. Был бы он свиноматов, он бы похрюкал вообще. Кстати, что, да ты храпишь, блядь, так ночью, когда тебе тигров ебошат, это как свинья, блядь, хрюкает. Ну я... Что-то типа в этом духе. Покажи, как свинья хрюкает. Это помирает когда, блядь. Как-то так, наверное. А маленький поросенок как хрюкает. Нихуя себе. Ебать, маленький поросёнок. Да, блядь, чё, банок с 200, блядь. Вот, чё, курит, блядь? Я знаю, это, их когда режут, они такие... Вот так орут. Резал свиней, блядь? Нет, слышал. Блядь, ебал, блядь. Вот живодёр, блядь. А, свиней резал. У Касперского же, у него же этот звук резаной свиньи или как там. Да? Там... Такой звук, если вирус поймал. Ужасно. Звук резаной свиньи. Ну, я не знаю, как он что, с микрофоном стоял, пока свинью резали, блядь? Не знаю, ну может в интернете нашел где-то. Звук резаной свиньи, так и вбил. Окей. Ужасно, блядь, свиней резать, это вообще, блядь. Ага, она еще бегать потом может, нахуй, по участку у тебя полчаса. Волк, здорово. Пусть дух садится в позу петуха и так сидит, крыльями махает. Благодари, волка. От души, волк. Души, волк, за донат. Обязательно сейчас сделаем. Молча. Ну, и рассказывай дальше, продолжай. Да. Просто крыльями махай, продолжай свой диалог. Вот. У Касперского стоит, когда вирус поймал. Там... Не знаю, где он взял, наверное. Окей, Google, звук свиньи. Что-то да. В этом духе. Хотите послушать, что свинья пищит, блядь. Улечу. Да, ну, Костян, покажи еще как. Это летающая свинья, блядь. Какая-то, блядь, хуй пойми. Летающая резаная свинья. Меня не видно, нахуй, да? Людям не нравится, что меня не видно иногда. Ну что, еще меньше сделаем?
Да меньше. Да меньше не варик. Не, не надо, не надо. И так мелко. Махай, блядь, а не в стороны не разводи. О! Так. Ну-ка, так, а тут, тебе... не добавилось, да, вертолет? Тут не добавился, да, вертолет? Нет. Добавь сюда. Да, напоминаю, у нас есть фишка наша, будет вертолет. Опа. Так. Бля, подписывайся. Да не пакай, а кудахчи, блядь. А ты квакаешь? Ага. Жаба, блядь, или петух? Так, что у нас с песнями? Пять песен, сколько у нас стоит? Высокая есть, да. Любые песни поем вообще. Да, а есть, да, у нас донатик? Да, ну, почти в самом конце списка. Даже которых не знает, будет петь, все нахуй. А какие только скажете, мы ему скажем, будет стараться. Петь, танцевать, блядь. Да, читайте, пацаны, этот прайс, короче, внизу, блядь, там это, там больше всякой хуйни. Да, внизу вообще полный список. Чат? Да я тут обратил, скиньте, чтобы жарабасик порвал тельняшку. Жарабасов нету. Есть только здоровые чуваки. Да, за 2к, блядь, так похуй, без майки буду сидеть. Кайф? Ну да, так-то не впадло, да? За 2к, да, почему нет? За 1.5 порву. А, ну он, да. Буду в порву. Полторашка у нас стоит. Чё ты, блядь, останавливайся? Съезжай. Прыжком будешь назад потом прыгивать. Без нашей команды нельзя тебе останавливаться, ебош. Без остановки. Здорово, солдаты, а деды бухают. Здорово. Набухаем, да. Все написано. Только пишите сразу имя, кто прибухнул что-то. Да, если хотите, да, пишите имя того, кто, короче, кто должен побухать. Встань, боец! Пизду. Стой. А где твоя кепка, блин? Давай, одевай. Так точно. Так нахуй. О, пизда-то. Ну, что тебя не видно, за полоску прячешься, блядь. Скрываешься от кого-то? Никак нет. Хуя ты шериф, блядь. Кокарда у тебя пизда-то. Мне б такую, блядь. Ху! Да? Да. Да, танцуй, похуй. Раскачает, значит, танцуй. Хуя. Нихуя ты, блядь, монстр нахуй, убийца. Ай, поставь подкачать газы еще в донат, точно. Мажор. Давай тигра и черепашку. Отдушай мажора, отдушай черепашку. Сейчас будет. Двух тигров нахуй. Черепашка, блядь, не забывай, что потом делает. Давай, тигра делаешь 8 раз.
Спать, боец, блядь. Блядь, подушка уже пиздец. Ну да, ебать, она уже сбитая там. Дай духу подушку, пускай держит в руках. Да. И газик. Напоминай всем про газик. Черепашка. Двигайся. А, черепашка. А, ебать, я забыл. Опа. Ты как змея была. В домик, блядь, пытается залезть, а домик, блядь-то нету. Да, конечно. Мы-то люди. В черепашку превращаются, да, несколько секунд. Напоминай про газик. Да, у нас есть газик, мы в нем приседаем, мы в нем приседаем. Полтора делаем. Вообще все в противогазе делаем. Просто одеваем, гавкаем, кукарекаем. Да. Также. Приседаем, стоим в полтора, блядь. И любые физические нагрузки сказал, да. Тоже мы выполняем в противогазе. Давайте, есть какие-то идеи, блядь, вас тоже послушаем. Да. Прыгать в нем будет там, блядь. Плавать бабочек в противогазе ловить. Там. Все что угодно. Бабочек ловить тоже будет в противогазе. Да. Также вот можно писать на любой части тела любые ваши пожелания, никнеймы, инстаграмы и так далее и тому подобное. Тогда, да. Не забываем. Че, любишь бабочек ловить? Ну, приходилось, да, пару раз. Где, на лужайке или в армии? Не, ну, в смысле, да, в армии. А дома что, не ловил? Дома не ловил. Завтра, что, лютый, романтик, завтра что, у нас блядь? Тоже будет стрим, лютый, блядь. Говно, здорово, говно. Здорово, с черным ему сделайте. Это, пацаны. Давай. Завтра, пацаны, лютый будет. Завтра стрим будет и будет лютый с нами стопудово. Вот такие дела. Блин, трек пиздатый. Охуительный. Да, твой салат. Так, точно. А, блин. Вот там, сука, дебилоиды, блядь. Я вас смотрю, это чат. Ебать, а этот маркер лютый пиздец. А? Этот маркер лютый пиздец. Пиздато рисует? Охуительно вообще. Да, товарищ солдат? Так точно. Ща будешь пиздатым пацаном, блядь. Ой, блядь. Грачом, блядь. Грачом, да. Грач. Грач-петух. Да, пацаны, забываю напомнить, подписывайтесь на наш канал, на наш паблике, на нашу страничку ВК Константина Петухова. Ну-ка. Блядь, трек охуенный. О, пизда-то, блядь. Говно, как жизнь? Как ты вообще? Держи над головой. Что так интересный. Глухой, что ли, с глушью, блядь? Над головой держи эти вещи, находящиеся у тебя в руках. Маша Сержант, здорово! Приседаем. Давай, с этой хуйней приседай. С этой хуйней, давай. На вытянутых руках, блядь. Ну, как удобно, нахуй. Под свой счет. 15. Раз. Да хуй там пятнашка. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Привет, Галя, 14, мы тебя тоже любим. 15. От души. Марш, сержант, от души. А где доклад? А, разрешите доложить. Разрешите доложить. Чё за пинальщик, солдат? Дедушка Вова, разрешите доложить. Разрешаю. Да, Вова, как там на... Рядовой Петухов. Завали ебало, как сделать эту хуйню? Ага, давай. Дедушка Вова, разрешите доложить. Разрешаю. Рядовой Петухов упражнение приседания закончил. Красава, блядь, закончить упражнение. Продолжаем стоять с поднятыми над головой руками. Нос не видно. Ага. Давай, почему, блядь, тебя не видно? Двумя руками держи, блядь, вдруг упадет. А не видно газ тогда будет. Да похуй. Пускай над головой. Во.
Итак, стоишь. Коля, здорово, нашей... бля, здорово. О, Колян здесь. Да. Здорово, Колян. Отойди сзади, нахуй. От хромаки. Вперед, ага. Оп. Оп. Хуя, ты как арбуз, блядь. Арбуз, кстати, да, как да, должен? Да. Когда по нему пиздишь, какой должен звук? Быть звук? Как от тебя? Да хрен его знает. Изобрази звук. Ну давай, я тебе буду пиздить. О, это спелый арбуз, не? Не. Не. А, да это точно не, бля. Вот первый раз, да, спелый был? Да. Блядь, треки в натуре пиздатые. Я каждый раз иду за арбузом, хуй его знает. Просто стучу, типа, я шарю, блядь. Взял, а я тоже какой больше делал. По виду понравился, и все, постучал, блядь, и забрал. Ну а хуй узнает, как различают. Их различать, ага. Ой, блядь. Знаете, что охота свиньи жирные? Жрать охота, вот это да. Пожрать бы да. Да, пожрать бы не помешало. Дух вчера роллами меня кормил, блядь, тух пиздатый вообще. Килограмм принес, блядь, на обед не пошел. Я охуел, ролл 100 лет не хавал. Такая тема и в армии, да, пацаны, в ахуе. Дух хотел сам как двигаться. Как мы живем, блядь. Один стримить. А что ты вот хотел рассказывать один изначально? Да не, у меня на самом деле сразу была мысль кого-то подтянуть. Я сначала, правда, думал подтянуть кого-то из сослуживцев, да. Вот, но потом появилась идея, что будет гораздо интереснее, позитивнее, развлекательнее. И вообще, если, ну, подтянуть кого-то из старослужащих. Вот. Ну, понятно, что офицерский состав, как бы, ну, не будет. Как бы, ну, они бы вообще со мной разговаривать не стали, мне кажется. Вот, а так вот, долгими упорными переговорами и навыками кое-какой дипломатии, ну, вот, прикинь, получилось. Ты к Кэпу подошел, товарищ капитан, пошли стримить. Дом, чё, ебал, слон, иди на очки, бля, пидор. Вилкой хуярил бы там своей, потом бы жрал бы с ним. Или ногтем бы, блядь, шоркал. Да это хуйня, вот на лезвие заебись. Да, дух? Так точно. Угу. На, Вовчик, туда подушку надо примет. Ну как, руки? Я помираю, можно передать привет, недорого. Посмотрите, там все указано. Так что такие дела, братва. Руки выше, блядь. Не слышишь, что тебе они говорят? Видно, газ. Да похуй, его и так не видно. Ебать, как будто на солнце стоишь. Свет хуярит прямо в харю, да? Угу. А что за чепуха? Плесень, блядь. А, опять плесень, да. Фу, бля, и так кашляем нахуй. Ага. Ну, дух, провентилируй чуть-чуть. А другой, да, рукой держи. Во, попрохладнее, да, становится? Да. Пизда-то, бля. Базару ноль вообще. Лопасти рабочие у тебя. У тебя руки не дрочки, блядь, а лопасти нахуй. Ебать, ты нахуя зверя бьешь, блядь? Я не бью. Взял, хотел рыча, говорит, уебать, простите. Я задел случайно. Ну и что ты там говоришь? Задел случайно. Хотел по лицу, да, ударить. Ага. Как нет? Задел случайно плечо, говорит. Ну ты пиздец, блядь. Нос охуительный у тебя, я бы тебе еще рога заебошил. Рога, да, гайфово будем. Все, заканчиваю вентилировать. Вроде, блядь, на пару градусов остыло помещение. А то сейчас нагревать будешь. А нагревать ты знаешь как, да? Никак нет. Физическими нагрузками, нагрузками, блядь. Да, а как еще? Ну да. В казарме, если холодно, как ты будешь обогревать, блядь? Ну тоже, да. С собой. Ты сейчас холодный, блядь. Чтобы разогреться, тебе необходимы физические нагрузки. Давай, дух, историю какую-нибудь затрои, пиздатым. Любую вообще, на любую тематику. Что любую, да?
Да, давай пусть противогаз ебаный. Да пусть держит. Давай, любая тема, ну, любая тема. Кровь от рук к мозгу лучше приливается. На любую тематику. Слышишь? Да, я вспоминаю что-то такое поинтереснее. Ладно, опусти. Хуй с тобой. Ну, из рук не выпускай, блядь. Ну как, держи. Мало ли, блядь, сейчас команда газа, у тебя хуяк все готово. Или химатака, да? Сдох, что ли, блядь? С историями. Давай, с историями. А, значит... Сейчас. Вспомни, чтобы не соврать. Ты когда трахаешься, такие же звуки издаешь. Давай историю, блядь, давай быстрее. Значит, шли с пацаном, ну вот просто любая история. Помню, знаю, запомнилась. Давай, шли, давай. Короче, ну там хат, ну, ремонт у него на хате делали. Ну а, ну, короче, в пакетах тащили Вика. Привет, Вика. Привет, киска душманская. Будем тигров убивать. Да, Изи. Будем, да. От души тебя. Да что, тигров надо въебать, да, нахуй? Ну давай, двух въебем, да. Да. Я так думаю. Давай, это был не спи, вопрос. Спи, вспоминай историю. Спи, охуительно. Стакан целый, да ну нахуй. Целый? Так он упал вот так вот. Ебать, он улетел, ага. Бам, что ты не ловил стакан? Ебать, чуть стакан не уебал, дух, блядь, пиздец. Неаккуратный ты нихуя, сада должен же быть опрятным, блядь. Продолжай рассказ истории. Ну вот, ну в общем в этом строительном магазине закупились. Вот, дохуя пакетов было. Несем, короче, несем, блядь, и этот... Блин, то ли узбек, то ли я хуй знает, короче. Какой-то хуй, ну, такой вот, подбегает и просто ножом корешу по пакету. Чик, блядь. У него все нахуй из пакета, бум, блядь. Он в ахуе, я тоже в ахуе, сразу не среагировал, блядь, пакеты бросили за этим узбеком. Не догнали, быстро и падла. Вот, ну я охуел, блядь, в центре Москвы, блядь. Очень ебанутый, а что в пакетах было? Ну, строил всякие там, блядь, шпаклевка. И он просто резанул пакет. Он просто прошел так, чик, и что, даже не спиздил ничего? Ничего не спиздил, просто прошел, резанул и съебал, и побежал. Я хуй знает, может, блядь, наспорт с кем-то, блядь, я хуй знает. А нахуя вы за ним бежали, чтоб он вас ну, почикал, нахуй? Ну, чтоб отпиздить, блядь. Ебать, а если бы он ножом на вас начал угрожать, блядь? У нас двое, он один, да и он вряд ли. Ебать, да он у него с ножом, блядь. Был, ну, как он называется? Канцелярский, да. Ебать, да. Канцелярским ножом хотя, тебе по да. Шее провести, блядь. Был тип у нас знакомый один, он ходил этим канцелярским ножом, по брови резал в драке. Ну, кровь на глаза текла и все. Ебать, это в драке. Опасно. В драке, блядь, канцелярским так, ножом еще и по бровям не попасть, чтобы кровь в глаза. Но он рассказывал, я не утверждаю. Как так нужно попасть? Мне кажется. Может, ты сделал, я не знаю. Ну, это нехороший. Ну, в смысле, как бы, не дохуя тебе пчела знаю, просто рассказывал. Ну, я... Ну, рассказать так дохуя можно вообще. Ну, так точно. Но... Ебать, это... Там драка, у тебя, блядь, все перед глазами летит. Ага. И какие ты там в пизду будешь брови целиться. Так можно без глаз чела оставить. Драка дракой, нахуй, а завтра ты поедешь за решетку, блядь. Пизду. Я такого дохуя слышал. Отмороженный был, то есть, давай, видимо, похуй было. Давай к следующей истории приступить. Похуй было, похуй бывает больно. Давай. Опа. Вот так вот. Давай историю. Ибо нехуй материться. Да. Поехали. Так. Опять, блядь, я сдох. Да не грузи, ладно, вспоминай историю. Пиздатую только. Любую можно. На рыбалке бывал? Нет, на рыбалке не. Ну как, бывал? Ну как бы не профессионально, вот как раз расскажу. Ну давай, вот, поехали за город. Куда? С чуваками. Ну там в Подмосковье. Там место такое есть, короче. Три озера такие вот рядом. Получается, вот здесь, здесь. Ну, я не знаю, как описать. Вот. Ну там палатки разбили, все разбили. Там, ну где-то, наверное, дня, ну, 4, наверное. 4,5 даже где-то, если. Вот, ну не суть.
Вот, и вот там пацаны тоже вот соорудили эти удочки, короче, ну, прям из дерева, из того, что было, да, сидели, вот рыбу ловили, угарно было, там соревновались, вот, потом чуваки пропали, там, не знаю, мне показался достаточно забавный момент, там, парень пропал, Лёха его звали, мы такие, Лёха, 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 где ты, а он из кустов такой, ха, ну, что-то такое, ну, просто забавно. Но там парень был Макс, вот, он, короче, с этим Лёхой соревновался, кто больше рыбы поймает. В общем, Максим победил. Максим тогда был красавчик. Блядь, вот. На самом это деле, от чела я мало чего зависит. Я не понял вообще историю твою. Давай другую. Ну, суть в том, что просто отдохнули хорошо, весело было с палатками. Весело, есть? Давай, чтобы нам было весело, а не да. Вам как там было весело. Так. Надо вспоминать, что это такое. Истории про пьянки, про гулянки. Такого ничего колоритного -то и не было в жизни особо. Давай, давай. Хотя помню, как чел на стекло жопой сел. Я не знаю, если ебать. Смешно. На бутылку, короче, что ли? Нет. Короче, типы... Типа в хат, ну, типа заселялся в хату, короче, и ему, получается, занесли пиздатый диван. Вот, и он, блядь, люстру туда положил, и потом на эту люстру, блядь, сел, короче, и она под ним, под его весом, короче, нахуй разложилась. Ну и, получается, порезала его, всю ему жопу порезала. Вот, да. И, короче, убрать. Блядь, на люстру нахуя вообще садится. А я не знаю, зачем он на люстру сел, он, короче, ну. Тут приехали, да, квартира новая, все, он заселился, все хорошо. Диван занесли, главное, и люстру, и больше ничего, и водку. Рукой, все. Вот. О, он такой, ну что, пацаны, типа, новоселье, давайте. Бах, оп, он что-то, раз, и все. Жестко, страшная фигня. Ну, потом нормально все было с ним. Ржали, угорали. Погоняло у типа, у этого, медведь после этого. Я не знаю, почему так, но вот так вот его начали называть медведь. Это не я, блядь. Блядь, напиши. Ну чё ты заткнулся, блядь? Да ебала, хули ты молчишь, блядь? А, блядь! Давай следующее. У нас время охуительных историй, а ты молчишь, блядь. Ебать. Нос тебе уебать? Никак нет. Ну давай, действуй. Тебе, блядь. Раб система. Дед Вова, давай контролируй. Дух взлетает, пусть. Так, ну эта хуйня сколько стоит? Вертолет вообще... 400, ну давай! Ну, погоди, за 200 что мы можем сделать? Давай, похуй, пускай. Ладно, один давай, раз, да, специально, да, в следующий делаем, раз просто будьте повнимательнее уже, сколько раз мы обращали на это да, внимание. Да, делали это. Пропеллеры, мути себе нахуй. Давай, вот ты залез, да, в летательный аппарат. Давай, захлопнул дверь. Ты дышишь? Тут хуёвый звук, блядь. Не такой? Двери. Как дверь ты захлопнул? Какой звук, когда? Какой туф? Как-то так. Как-то так, да? Ну, как-то так, да. Давай. Дальше что? Борт Константин... А, диспетчер, как слышно, прием. Борт Константин... Борт передовой Петухов. Запрашиваю команду завести. Запрашиваю разрешение запустить двигатель. Повторяю, диспетчер, как слышно, прием. Борт передовой Петухов. Запрашиваю команду запустить двигатель. Отказываю в запуске двигателя, да, борт передовой Петухов. Цель вылета. Разведка воздуха.
Какого? Какого воздуха, блядь, ебулся? Что ты там в воздухе будешь разведывать, придурок? Сука, вот, блядь, тупой. Разведка воздуха. Вы, блядь, где-нибудь это слышали? Разведка воздуха, блядь. Боже мой. Разведка воздуха. Разведывать. Что можно разведывать? Воздушную территорию. Воздух, блядь, разгонять. Ебать. Заводи трудный нахуй. Давай, запрашивай, хуй с тобой. Диспетчер, как слышно, прием. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на запуск двигателя. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю разрешение на запуск двигателя. Разрешаю запустить двигатель, запускайте, борт рядовой Петухов. Диспетчер, как слышно, прием. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Да, прям все заказывается на месте. Отказываю команде на вылет, прогрейте двигатель, блядь, пиздата. Как слышно. Погревайся, вру, будет. Во, это будет воздушное, блядь, пространство нахуй. С прыжка ты должен зависнуть в воздухе. Нормально он так вентилирует, тут жарко, пиздец. От винта, блядь, полетели нахуй. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Вылет одобряю, полетели. Громко такой. Опа, блядь, виток, блядь. Да, как ты, блядь, заглох. Давай, вот так, у тебя троит, нахуй, вверх вниз, блядь. Да он заглох уже. Чё с двигателем, блядь? Двигатель в норме. Троит, блядь. Это хуйня, если опять меня убьет. Бах! Ты заглох! Борт рядовой Петухов, я подбит, запрашиваю команду на посадку. Борт рядовой Петухов, я подбит, запрашиваю команду на посадку. Что, у тебя двигатель поврежден, блядь? Как у тебя двигатель должен троить, блядь? Прокручивается, то быстрее, то медленнее, блядь. Я подбит, я подбит. Разрешаю посадку, борт рядовой Петухов. Борт рядовой Петухов, посадка завершена. Запрашиваю команду заглушить двигатель. Разрешаю заглушить двигатель. Сука. Борт рядовой Петухов, полет завершил. Давай казарму воец. Покинут летательный аппарат, блядь. А чё, дверь смазана, что ли? Она скрипит, ага. У тебя. Подбить, тихо, блядь. Громче скрипит, блядь. О, вылази теперь. Да винт вот вертолёту оставь. Давай, двигайся, бля. Такая хуйня у нас 400 рублей стоит, но за 200 так как. Ну как, вертолет? Повреждено 100% двигателя. Ебать, чтоб завтра устранил нахуй, или прям это сейчас. Точно. Блядь, жалко лютого нету, да, пацаны? Да, лютый может. Бля, ну ты, конечно, летательный аппарат, сам летательный аппарат, нахуй. Соляра хуёвая, блядь, троит, нахуй. Че, нормально, пацаны, полетал, дух? Мне песня нравится. Вообще пиздовая. Опа, блядь, опа. Здорово, деды. Здорово, петушара.
Че опять нахуяришься сегодня? Зверь, я мне ему тигра от всей души. Че минималку доната увеличили? Да есть такое дело. Здорово, да, как там, Ник, здорово, Кликов. Блядь, да, чуть-чуть увеличили, блядь, это хули. 30 рублей разница. Да, от души тебе за донат. Для тебя от души. Стакан граненый уронил. Да, да вроде все ровно. Ничего не разъебали в этот раз. Блядь. Сука, я ебашу пиздец. Здорово, Куликов. Димон, ты? Здорово, Гаврюша. От души, Гаврюша. Чё мы благодарим, блядь? За донат, блядь. От души за донат. Чулечки не разъебал духу. Сторы, блядь, твои чуть не отпали, нахуй. Нормальные пацаны тигр, да? Там он спрашивал, нахуяришь ли я сегодня. Ну как да, пойдет? Да, как пойдет, как спрос, если будет. Опа. Паша Техника, кто пишет про Пашу Техника? Я тоже знаю Пашу Техника. Красавчик Паша Техника. Танцуй, блядь. Давайте, руки над головой, и они у тебя вообще не опускаются, блядь, ниже плеч. Это как видео, очень два плохая вертолета. Музыка. Да вообще без проблем. Давай, давай, ебошь по-разному. Очень плохая музыка. Ты чё остановился, так это, блядь? Про проигрыша нет. Ну во время чем проигрыша спорте? Тоже что-нибудь делай. Да это от дыма. Девчонки, блядь, а девчонки нас смотрят? Если девчонки смотрят, сердечко девчонкам. Да, покажи девчонкам сердечко. Такое вот огромное солдатское. Покажи, как оно бьется. Просто всем девчонкам. Ага. А у беременных девушек внутри маленькое, да, еще сердечко. Покажи, какое. Такое я. Да, оно же тоже бьется, блядь. А солдатская покажи, наделенная добротой, любовью, к родине. Любовью всех, да, особенно любовью к родине. Давай, да, танцы продолжаются. Про блядь. Подписку на канал, напомню. Да, подписываемся на канал, ставим лайки, лукасы, как вам угодно. Добавляемся в друзья ВКонтакте. Опа. Вован Питерский. Ох, ебать. Привет, пацаны. Здорово. Поздравьте от души с днем рождения маленькую принцессу из Старого Оскола, Женьку Сольцеву. Пожелайте ей всего хорошего, сейчас успехов будет. В спорте, здоровья всем родным и близким. Танец для нее. Три тигров и подзатыльник. Поставь сердечко. Не хуй делать, от души, Вован. Давай. Сердечко тебе просто. От души, Вован. От души, Вован, за донат. Сейчас все будет, бля, красиво. Женька, ты смотри внимательно. Да, Женька, сейчас будет ли тебя танцевать. Давайте, пацаны, тот, кто только что подтянулся, напоминаю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Давай. Сначала поздравим, наверное, да? Ну да, давай, поздравления от себя так, еще там, добавь. Там, еще, да. Снюхай тебя, Жень, завали ебало, да, поздравлю девушку. С днем рождения тебя. Женя. Усольцева, желаю тебе всего самого-самого успехов в спорте и здоровья всем родным и близким.
Вот. Чего еще могу пожелать от себя? Расти это большой, умный, красивый. Вот. Успехов тебе. Ну всего, че? Тут уже Вован все пожелал, тут больше ничего не. Да, еще от себя могу добавить. Ну, наверное, она прекрасная, я так думаю, девушка же, да? Евгения. В общем, просто чтобы ты была счастлива, а от счастья будет все. Счастья и здоровья. Поздравляю. Теперь ты, Костян. Так, можно опустить сейчас. Ага. Значит, Женечка Усольцева из Оскола. Давай, от себя поздравляй. Закрой. Да. Я желаю тебе, во-первых, чтоб, ну, поскольку ты женщина, чтобы ты всегда была красивой на протяжении 50 лет, по истечению 60, чтобы ты всегда была вот самой-самой-самой красивой девушкой в своем городе. Ага. Да и не в своем городе, вообще во всей стране. Чтобы вот, чтобы все вот, кто тебя видели, все тебя узнавали, все говорили, это же Женечка, это же наша красавица Женечка. Вот, и, конечно же, я желаю тебе здоровья, потому что без здоровья, ну, к сожалению, никак. Вот, крепкого ума. Мысли здраво, четко. Это тоже немаловажно. Братва, подписываемся на канал, ставим лайки. А все остальное, я думаю, у тебя будет. Ну, или как минимум уже есть. Все. Давай песню. С днем рождения тебя. Теперь танец. Танец. Че, под челентаном? Да, танцуешь красиво. Опа. Спасибо, душара. Бля. От души за донат. Муж Женечки. От души, да. Че там? Давай под Артура Пирожкова. Бля, мне вот та песня нравилась. Бля, я не помню, вот как она. Стиляги, да? Стиляги, да. Давай стиляги лучше. Давай, пока стиляги. Я рядом, по-моему. Да, вот. Я рядом. Даже добавь ее, если. Так. Да не, это... Вот это охуенная песня, реально. Если давай, делай красиво. Напоминаю танец для Женечки Усольцевой, да, по-моему? Да. Пускай сегодня я никто. И пусть твердят тебе, что я не то. Но... Дай мне этот день, дай мне этот
Колян, слушаю. Я же поздоровался с тобой, Колян. Просто тут пиздец хейтеры ебашут, я не обращаю внимания. Закрыт чат. Просто. Так, что там? Тигры, лещи, да? А, блядь! Так, да. Женечка, продолжим. С днем рождения еще раз. Счастья тебе. Что там было? Так, трех тигров и подзатыльник. И потом еще сердечко. Давай. Отбой, боец. Давай, рычишь каждый раз по 8 раз, не забывай. Бля, тигра от души нахуй. Давай, объебу. Давай, давай. Для Женечки. У Сольцева. Тигра. Ой, из пуски! Сука, уебался. Так, теперь подзатыльник. Бах. И сердечко. Сердечко первое. Огромное. Солдатское. Пульсирующая от любви к родине. О. Еще раз. Уебался. А, блядь! Уебался. Давай, сможешь так? А, блядь! А, блядь! Уебался. Да не так. А? Попался. Подкололи. А, блядь. Подкололи. Хитро, хитро. Больше не буду вестись. Так, ну мы продолжаем. У нас веселый вечер. Вот такие вот у нас есть поздравления. Ну да. Заказывайте, будем интересные поздравлять. Интересные и необычные. Да. Интересные, необычные поздравления на самом деле. Костян умеет душу укладывать, да, Костян? Так точно. Стараюсь, по крайней мере, все возможное сделать. Напоминаю, у нас развлекательный контент, культмасса, спортивно-развлекательный контент. Бля, меня хуёво, да, пацаны, видно из-за вот этих донатов, да, списка? Блядь, ну меньше не знаю. Ну меньше хуй сделаешь, да, либо духа не будет видно, либо меня. Вот так нахуй. Ладно, все, не трогаем. Мы да. Это. Опа. Давай танцуй, блядь. Ты ж танцевал. Вот только руки у тебя ниже плеч не опускаются. Да мы убрали, просто видишь, некоторые постоянно спрашивают, где донаты, как донатить. И, короче, ну некоторые люди не знают, что, ну, под описанием, хотя я объяснял. У нас еще куча всяких донатов в описании, сюда все не вместить. Там пиздец сколько. Очень плохая музыка. Не убрать, Паха, ну надо, чтобы видели люди. Так-то видно, я вот так буду сидеть, похуй. Блять, жрать опять охота. Пизда, вообще дух, замути пожрать. Так точно. Куда ты пошел, еблан, что ты замутишь, ничего нет. Команда была, я исполняю. Подзаебался бы, побегал там. Так. Ну так нормально, да, Галян? Бля, ебаный этот список нахуй, блядь. Не, вот мы думали, а как вот если четвером с Лютым, да, проводить стрим? Ну да, просто... Блядь, тут вообще пиздец, не поместимся вообще. Мы тут втроем, смотри, просто как сидим, а если еще четвертого человека сюда посадить? Ну не знаю, возможно мы, может быть, что-нибудь придумаем, но ничего вам обещать не будем. Ну Лютый завтра будет, это 100%. Да, завтра Лютый будет. Это завтра будет стрим, да. Так что, кто сегодня с нами, приходите к нам тоже завтра. Да, да, да. Как будто присуху качаешь, только стоя. Да, да. Ебать, можно это, спецакцию сделаем, давайте. Чего акция? Кукарека. Давай, душевно. Поблагодари сначала, говно. Во-первых, от души тебя. Самого тебе лучшего. Да нормально.
Блять, заебал эта хуйня, блядь. А ты, Вован, чуть можешь туда подвинуться, я сюда подсяду? Ну, давай, вот. Во, вот так танцуем. Вот так, да, нормально. Рил. Если дух будет постоянно стоять, то тогда вот так можно. Ну да. Че, ты стоя места много не занимаешь, да нахуй тебе стол не нужен. Если стул можно вообще отсюда убрать. Ну-ка, дух вынеси его отсюда, надо. Он тебе сегодня не пригодится, я думаю. Да не, а может пригодится. Ну, пригодится, принесешь. Давай, не зацепи дедушку Вову, блядь. О! Вот. Ну, пизда тоже, а ты на заднем плане давай танцуй. Ну и нормально, чё, решили все вопросы? И вот для людей, урка. Живем в Сигу, потом вертолет. Давай, давай. Сигу, ну, бля, вертолет 400 рублей, блядь, стоит. Блядь, ну да, давай, ладно, последний раз идем мы на уступки, но просьба внимательнее читать наш список, там все написано. Давай, давай руку ставь, блядь, почему на пол сыпется? Внимание, чтоб все видели. Дабак настоящий. Да ладно, покажешь сейчас камеру. Внимание, в камеру. Все видят, да? Я хуй знаю, чтоб увидели. Руку видят, сразу, видят, руку давай. Сразу покажешь. Да. Руку покажи. Ну ты насрал тут, бля. Ага. Давай, блядь, боец, сука, иди вертолет ищи. Давай, лопасти, где твои? Вот, так не, ну чё, а кабина? А, кабина, блядь. Воздушное пространство, где твое? Давай, приноси воздушное пространство. Невидимый севенап, да, пацаны, приколюха у нас такая. Ага. Как шапка-невидимка. Дух как пылесос Сиги хуярит, да? Бля, вот меня опять не видно. Так, да? Это твое воздушное пространство. Давай, да, 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 да. Не залетай за территорию воздушного пространства. Так. Давай, садись. Давай, заводи. Диспетчер, как слышно? Борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду запустить двигатель. Борт рядовой Петухов. Повторяю. Запрашиваю команду запустить двигатель. Прием, как слышно? Связь налажена. Запусти двигатель. Борт рядовой Петухов. Так точно, выполняю. Сука. Ты, блядь, почему лопастями бьешься нахуй? О. Бля, вот миллиметры просто, блядь, от меня. Я вот думаю, сейчас заденет, тебе ж пизда. Просто в миллиметрах. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на взлет. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на взлет. Как слышно, прием. Борт рядовой Петухов, вы убедились в наличии топлива в вашем баке? Так точно, топливный бак заправлен на 100%, прием. Начинаем взлет. Так точно. Давай, приседай, блядь. Патрулируйте. Борт рядовой Петухов. Давай, как я там заносит, блядь, вот так, как там рулится. Опа. Блядь. Забыл? Кирилл. Я Кирилл, а ты жирный гармарил. Жирный, как дело. Рассказывай, что-то ты молчаливый сегодня. Я подбит. Борт рядовой. Ты ебала тупая, нахуй. Иди нахуй, жирный олень. Хули ты пиздишь, сука, блядь. Кто жирный, сука?
Мать твоя жирная, ты жирный ебан, пошел нахуй. Все, бомба! Аварийная посадка, блядь! Сука, блядь! Аварийная. Почему двигатель, блядь, заглушен нахуй? Соляра кончается, блядь, бак пробили нахуй. Борт передал петухов, аварийная посадка завершена. Разрешить. Прошу разрешения заглушить двигатель. Повторяю, борт передал петухов. Соляра заканчивается, блядь. Борт передал петухов. Аварийная посадка завершена. Запрашиваю команду заглушить двигатель. Давай как прорывается вот так вот, иногда капля. Накручивает, да? Да, да, да. Да, да, поворачивает. Ну все, ты заглохну. Покинуть летательный аппарат, блядь. Я же говорил, он жирный. Да поставит плюс, тому ебало разобью нахуй, поняли? Ну, отвечай! Пошел ты в жопу, жаба, иди член дрочи. Граната, сука, урод ебаный, иди нахуй отсюда. Так. Покинуть летательный аппарат. Кто поставил плюс, тут мышь ебаная. Пошел нахуй, кто плюс поставил. Заклинил дверь, пытаюсь выбраться. Сука. Долбоёбы, вы вообще не шарите, ебать. Выбивай, вы даже не различаете, ебать, жирного, нахуй, от здорового, блядь. Вы долбоёбы тупорылые, сука, необразованные, бестолковые чайки, сука. Идите нахуй. Докладываю, повреждения 100%. Сколько стоит, ебать, жердяя? Или чтобы он майку порвал и пузо показал? Еблан, во-первых, пресс, во-вторых, ебать... 1,5 рубля стоит это порвать нахуй рубашку, а уебать нисколько не стоит. Да, ну ты сам подумай, как вот ты такому как мне ебешь? Ты же еблан, блядь. Как ты так вообще, блядь, можешь судить? Иди нахуй, бомж, ты все равно не 1,5 рубля, чтобы разорвать тельняшку. Так что иди нахуй отсюда, вот, чтобы я не слышал, не видел. Дебил. Ой, дебил. Че, устал стоять, наверное? Никак нет. Посидеть хочешь? Никак а присуху, нет. Да, покажу. Красава, стой. Присуху за штуку давай покажу, стой. А по майку за 1,5 рубля порву. Чё вы, сука? Бля. Аха-ха-ха-ха. Жердяя бомбит. Ты чё нахуй? Не убивай, ага, петушар, петушар. Пошёл ты в жопу, блядь. Давай матом ебашь, я разрешаю. Разрешаю ну, тоже, блядь. Иди нахуй, слышишь? Иди в натуре, блядь, хуй пососи, я не знаю. Мамку свою сюда приведи, блядь, потом поговорим, пиздец. Всё, мне это уже реально надоедать начинает. Ага, сука, я не живого да, увидели, а? Пукан бомбит, ты, я не знаю. Где вы нахуй увидели жирного, твари вонючие? Так, давай убирать. Чё стол засран, блядь, табаком твоим? Ты жрал, блядь, как свинья, нахуй. Сука, блядь. Вот вы пидорасы в чате. Может вас всех забанить у ебаных, нахуй? Оставить ровных пацанов? Или чё сделать? А, твари ебучие. Чё молчите, сучки, а? Никому я тут вам не отвечу, нахуй, просто так. А, да? Так точно. Но... Воу хейтеров бомбит, как в песне у Тимати. Сука, твари ебаные, да? Так точно. Угу. Просто матом ругаться. Ты развел, блядь. Все лишнее нахуй со стола, блядь. Быстрее, блядь, поторопись, товарищ солдат. Блядская душара, передай привет Сереге Лучвилу. Скажи, что скучаешь давай, по нему. Кукарик Лучвилу Сергею, передаю сердечко. Привет. Передаю, что скучаю. И что там еще сердечко? Скучает, да? Сердечко. Сердечко. Да, как души, да кумарят эти хуесосы ебаные. Здорово, Свайк, я не помню, ты уже здоровался с тобой, нет? Для Сергея. Хули, блядь, на них внимание обращать, да, в натуре? Да не буду я больше на вас внимания обращать. Закрой его чат этот ебучий.
пускай они там разорвут очко своей бабки реально, блядь. И успокоятся нахуй уже. Ты считаешь, ты все лично убрал? Да, за донаты я отвечаю, порядок, а так просто я не буду отвечать, реально. Нахуй я им буду свои нервы, да, тратить на всяких давай, просто, тупых, чтобы в порядке все было. Жирных свиней, да? Как у тебя в тумбочке, блядь. Свиноматки жирные, сука. Ох и блядь. Вот эта хуйня мне тоже жирные, не нужна, блядь. Я что, с собой, сам с собой разговариваю, блядь? Костя, блядь. Как точно? Чё точно? Говорит, да, ты сам с собой, говорит, базаришь зверь, да? Как нет? Только сок изданул, я тебе отвечаю на пацана, блядь. А кукарекать кто будет? Долбает мне. Блядь, сука, почему ты невнимательно меня из-за тебя заёбываешь? Блядь. Контролирует его. Кукарекай давай. Кукарекай без остановки, блядь. Артамон бабки кидает, нормально. Проебуешься. Артем реально нам, блядь. Я помню, он нам пятеру, блядь, зарядил просто так. Да, извини, да, Артем. Прости, братан, реально, блядь, сука. Блядь, тупые, блядь. Мозги, сука, сгнили нахуй. Ёбаный брод. Блядь, нахуя? Я только забыл про эту хуйню с этой хуйней жирной. Мне опять нахуй начали, блядь. Это вот этот все, блядь. Лопан заебал. Ага. Тупит, блядь. Иди отсюда. Я уже посмотрю на них. Опа. Танцуй, блядь. Как можешь. Музыка ж пиздатая, так и хочется. Тогда, да, ебать. I like it. Да. Давай тоже подпевай. I like it. Фу, блядь, ну я устал от этой хуйты всякой. Ага. Ну, вертолетчик пиздатый. Вертолет, да, пиздатый. Особенно, когда троит, это пиздатый. Когда вообще подбивают, когда его подбивают, да, нормально, да? Вот это... Вон, пробил все, блядь. Да, вертолет 4 сотки стоит, не забывайте. Да, пошли на уступку уже пару раз, но... Да. Хватит. У нас тоже, да. Есть предел. Предел совести должен быть так. Чтобы, блядь, танец у нас тоже, блядь, дешевый. Да ладно, пускай. Сегодня так. Ну сегодня так. Завтра по-другому. Напоминаю. На хорошую жизнь буду следить за вами. Дух поздоровается. Ебать, здорово. Ух, привет, привет, от души. От души вообще. Здорово, братан. Ты нахуй, я общаюсь с людьми. Кто такой? Спасибо, братан. Блять, ну ты хотя бы что-нибудь попросил бы, так даже ну, неудобно. Да, для тебя сделали бы красиво. Тогда, да, да. Бля. Спасибо огромное, реально, блять. Просто вот от души реально. Здоровья тебе, блять. Всего-всего реально. Костян, тоже скажи красиво. Да, привет, приветствую, блядь, тебя, во-первых. Это реально красиво. Во-первых, во-вторых, тебе просто всего самого лучшего, реально, ну, подписывайся на канал. Вот, если хочешь следить, конечно, следи, да, будем очень рады. Красиво, блядь, от души реально, вот очень. Вообще, вот, по-моему. Давай, фирменная, блядь. Просто тебе фирменная. Просто тебе сердечко огромное, солдатское. Бешено пульсирует. Колян, души тебе за поддержку. Блять, Антипка вообще спасибо. Красавчик. Да ну нахуй. Ну, блядь, еще, по-моему, здесь никто не донатил. Да, 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 по-моему, это максимум, да, за раз. Да, да, да. Ну, красиво, да, нам приятно вообще. Антипка от души. Проси, что хочешь. Блять, красава вообще, реально. Хоть бы что попросил. Ну, да. Да, блять. От души. Вот это да. Это мое настроение улучшилось сразу. А вы же рабасы тупые, ебать. Завалите свои ебало нахуй, а Антипка красавчик. Давай, давай, ебош. Свиньи ебаные. Вот это сильно в натуре было, бля. Червончик, да? Ну да. This is nice, парень. Да, бля, вот это красиво, реально. Бля, я не могу вообще, в ахуе, бля.
Спасибо, Антих, реально. Свиньи ебаные, вонючие нахуй, блять. Хейтеры ебаные. Хуй себе в жопу засуньте, ебать, и сидите в свою жирную жопу и завалите свои ебало нахуй. Дожраться, блядь. Ровным пацанам, блядь, привет. Бесплатно, блядь. Хуя ты отжигаешь, блядь, вообще нормально. Дух у нас сегодня активный, блядь. Не бухал. Хуй не набуханный, блядь. Ага, сил, блядь. Полон вообще. На 10к подзатыльников бежит. Да надо будет, сделаем. Не, попросили бы, сделаем. Да, вообще, ничего без базара. Просто так и написал на разгон. Приятно, не. Это я вас, хейтеров ебаных, обзывал, нахуй, блядь. Кто со мной, тот со мной, нахуй. Тот знает, что я к ним заебись отношусь. И привет не впадлу передать этим пацанам вообще, блядь. На каждом стриме передаем. Так что ты иди нахуй. Кто там так пишет, блядь. Самбо или кто там, нахуй. Пизду. На 10к приседаний или водки. Вот это тоже красиво было. Ну водка это сразу конец стрима, пацаны. Да. Ебать, он водки просто... На 10к, да. Водки выпивает и пиздец, и все. И звереет, блядь. На этом, да, начинается всякая хуйня, блядь. В виде поза не по столу, блядь, брони вот эти, когда он падает тут. Ну вообще, а то вообще энергичный, блядь. Бля, ну нихуя тут антипка, да, блядь? Я в ахуе. Ну да, так вообще красиво. Я в ахуе с этого антипки. Красавчик, блядь. Я восхищен, реально. Вообще лучший, просто. Десятку. Бро! Так, все, Эдуард, пошел нахуй отсюда. Это вообще ебать. Да нахуй ты так сразу жестко с ним. Жестко, бля! А шутить нахуй ни с кем, да, не будем. Ну а хули, бля, заебали. Ай, блядь. Такая вот хуйня, бля. Нихуя у тебя здоровье сегодня. Ага. Энергии. Это для антипки просто. Для антипки, бесплатно. Давай, танец, не можешь, блядь. Пока нахуй сердце не встанет. Хоп, хоп. Реально, это для антипа, блядь, танец. Бля, хуйню он бухал. Вообще по одну стопку. Ну да, одну стопки. Это так он. Даже не распробовал. Жопка. Здорово. Привет, пацаны. Нормальные вы стримеры. Пиздатые стримы у вас. Спасибо, а хорошее настроение. И отдельный привет жердяю. Скажите, чтоб худел, а то скоро в двери проходить не будет. Это там жопа, да? Жопа, да? Жопа, ну где я толстый? Ну вот, блядь, чё вы гоните реально, блядь? Бредите уже совсем. Заело у них. От души, да, за поддержку, блядь. За донат, конечно, спасибо, реально. Ну а чё тебе сказать, я хуй знаю. Ну ты не хамил мне особо. В двери прохожу на ура. Ну да, то, что поддерживает нас, спасибо, конечно. Да. Но оскорблять, я думаю, ни к чему. Да, оскорблять зачем? Поблагодари. Я себя жирным не считаю, поэтому отставил свою точку зрения. Тогда, ебать, нахуй быть заебанцем, нахуй. Я себя не считаю вообще жирным. Правильно, Костя? Так точно. Ну. Что, ну? Я говорю, что никто, по-моему, не считает. Гуни, на лбу рисует такое. На лбу рисует такое. Меньше, чем 3 гуни. И подзатыльник. Меньше, чем 3 гуни. Может, просто сердечко ебануть? Ну ладно, как просили, так и сделаем. Блять, хуёво стоишь, во!
Хуйня, стирай. Мне не нравится, блядь. Сделаем пиздато. Маркер трудно стирается. Блядь, маркер что-то хуёвый или у тебя лоб такой, блядь? Пошло стирается, да? Хватит. Что нам писали? Как просили, пиздатенько. Оно же уже поставил. Хочешь стирай, я тебе разрешаю. У тебя есть право выбора. Можешь оставить. 10 минут, да, сноса прошло. Да, да. Уже прошел часа полтора, наверное. Ну просто, чтобы честно было. Вдруг еще кто-то нас захочет. Фу, жарко, блядь. Бля, мне наоборот что-то холодно. Может, он возле тебя поджимается, а возле меня, блядь. А, возле меня поджимается, а возле тебя потом помашет. Да-да-да, в натуре, да не бомбит, да нахуй, не, просто видишь, такая хуйня, Серег. Через донаты я, блядь, ну, им всем сказал, что я буду им всем отвечать. О чем мне им говорить? Да пошли они нахуй, блядь. Базара ноль же, да? А тут своим пацанам я, это... Отвечаю в чате. Так что, Серег, я из-за этого отвечаю этим дебилом. Так бы я, конечно, не отвечал на эту хуйню. Ты, блядь, салфетки не сожри все. Или уже все, все нахуй, нет. Ебал. Ебать, вот это музон, бля. Блять, хоть он сейчас не дышит, да, от водки, когда вот водяра, да. Водяра нажрелся, как начинает дышать, блять, это пиздец. Угу. Завтра, пацаны, тоже будет стрим. Завтра Лютый придет на стрим. Забываю напомнить. Кто знает Лютого, тот знает. Он был у нас один раз, познакомились с ним. Кому понравился парень, завтра его снова увидите. Да, завтра будет Лютый на стриме. Да во что? Первый раз у всем, кто не спит, Тим, сил тебе, мы с тобой, не спи, качай. Да, Лютый, да, заебись, дрочит, в натуре, бля. Я пробиваю, заебись, он дрочит. Да, Лютый может. Да хули он уже дома должен быть, а он тут, в армии все, блядь. Задержался. По некоторым причинам, которых мы озвучивать не будем. Захочет, сам расскажет. Ну что, на медсестру мы потихоньку набираем. Ага, да. Медсестренка, возможно, придет к нам, что.
руками не размахнешься. Реально медсестру приведем. Блять, не верите, если, ну хуй знает, увидите. Главное нам собрать на нее. Но пока что у нас 30% по цели выполнено, но еще не вечер. Да, медсестра пиздатая, приведем медсестру. Да, Костян? Так точно. Хуя ты скакун, блядь, космический лету. Зажигает вообще в сердце огонь, реально. Ну что, никто, неужели никто не хочет, чтобы я, блядь, порвал, блядь, это? Фу, давай, метилируй, дух начинает. По-музыкальному. Мне похуй как, чтобы, блядь, не воняло нахуй. Стараюсь. Бля, я не могу, когда эта чепуха передо мной жопой трусит. Я сейчас приду. Давай, не уходи, Иван. Да, братва, подписывайся на наш канал, ставьте лайки, короче. Да или, блядь, похуй на эти лайки. Главное, подписывайся на наш канал, на наш паблик, на наши странички. И все будет заебись. Дух сегодня даже полтора не стоял. Вентиляция. Да, да, песня охуенная. Подписывайтесь, пацаны, на канал. Так. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Угу. Пишите ваши идеи. Предложение, да и просто пишите, будет приятно пообщаться. Повторяю, наш контент спортивно, культмассово, развлекательный, короче. Никакой нахуй гомосексуалии, блять. Блять, и прочей хуеты всякой, блять. Ясно вам, блять? О, блять, заебался, чудо нахуй. Тут жарко, я отвечаю. Бля, реально, минусы охуенные. Да, блять. Хуесосы всякие смотрят, да? Чепуху все. Так точно? Танцуй тут, я, блядь, чтобы меня видели, не курица. Что-то мне хуёво, блядь, стало от этого кофе, нахуй. Да, пацаны, это... Там еще посмотрите, короче, внизу, вот прайсик у нас есть на избиение духа. Ты сейчас нахуй уйдешь отсюда, блядь, заебал нахуй. О, бля. Взлет. Команда на взлет. От души. От души, братан, задано. Сейчас сделаем красиво в натуре. Еще будет охуительно. Блядь. Чепуха. Давай, Вован. Красиво надо сделать. Давай, пятихатку закинул.
400 рублей стоит услуга, но, блядь. Давай. Ну, давай, солдат, готовься к взлету. Сейчас просто место. Давай. Летательный аппарат механики успели починить. Починили летательный аппарат? Починили, да. Ну он, смотри, двигатель троит, блядь, постоянно теперь, понял? Дай мне бомбу вторую. Потому что механики, блядь, были тупые, нахуй. Бомба пиздец, пожалуйста. Давай. Это ракета. Это ракета, да. Так. Дверь хреново сделали, заклинивает. Движок тоже хуёво сделали, не забываю. Он троит как бешеный, блядь. Рацию не сделали, ничего не сделали. Давай, как можно. Помехи какие-то. На, вот рация будет. Тангетка. Помехи все равно. Диспетчер, как слышно? Борт, борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду завести двигатель. Повторяю, борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду на запуск двигателя. Как слышно, прием. Вас не слышно, повторите. Помехи. Борт. Диспетчер, диспетчер. Борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду на запуск двигателя. Повторяю, борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду на запуск двигателя. Прием, как слышно. Разрешаю запуск двигателя, борт рядовой Петухов. Наладьте связь. Охуительный ремонт, как, блядь. Хули вот так хуёво починили, реально. Ага, распиздяя какие-то. Ну, бля, сантишки я вашу до сих пор вам. Ну да, есть такое. Я тоже. Починили, говорит они. Запускай двигатель. Вот уроды! Сколько стоит пробить две сотки? Что за донат? Две сотки пробить, понятно. Нормально пробьёт. Что они сделали с лопастями? Лопасти оторвал. Чини, да, ну, блядь. Нахуй. Ебать, лопасти сломал. Сука, потому что они у тебя бьются, лопасти, блядь, сорвал. Сзади нас. Дебиляра. Кровать вот. Лопасти отбило в кровать, это пизда. Ну чё, починили, охуительно. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на взлет. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на взлет. Прием, как слышно. У тебя троит двигатель, блядь. Это он слишком ровно работает. Разрешаю взлет, борт рядовой Петухов. Пацаны, будет лютый, будет угарно. Давай, тебя дергает как сука. Смотри, те жердяи, хуже простое. Патрулируй давай. Да погоди, надо, чтоб видно было. Ну ты уебан, нахуй, нищий, блядь.
Бомба толстая, это ты, понял, пидорас вонючий. Бомба! А вы откуда стрелите? Из города или с армии? Или студенты с общаги? Аварийная посадка! Блять, долбоёб! Я подбит, подбит! Ракеты! Пизда, вертолёт! Мы в армии, бля! Штулы! Привет тебе, Стулы! Павел, давай кто-то. Павел, да. С армии стримим, Стулы. А ты жирная хуйня, иди нахуй, не пиши сюда больше. Сука, аж ты, блядь, жирный, реально хуй уши. Да, блядь, у тебя аж двигатель пизда, нихуя, ну ладно, дай все под снаряды. Давай, два. Солдат, давай, два снаряда ты, а я буду ракетами ебошить. Второй снаряд, давай. Давай, двигатель, у тебя еще чуть-чуть работает, блядь. А враги тебе атакуют нахуй сверху. Две бомбы! Ракета! Все, покинут летать, блядь, пора. Катапультируюсь. В натуре жирная хуйня, иди в свинарник. Нормально тебя подбок... Ну все, вертолет у пизда. Нормально сделали, кто заказывал вертолет. Бортер, давай, петухов. Диспетчер, как слышно, прием. Меня подбили, вертолет разбит. А ты как, чё? Эвакуировался? Ну да, я... Ебать. Нашел рацию. Разайте вертолет, солдаты, хули вам сделать? Ну, вертолет нужен войскам. Тогда... Давай, убирай, чё меня не видно, блядь. Ебать, поезд, блядь. Чёрная петуха. Так, а чё б тебе привязать, бля? Есть падение чёрного ястреба, это было падение чёрного петуха. Чё думаешь? Да на что я хочу стул привязать? Нормас. Прикольно ж, бля. Да. Чтоб у него башка в полу не тянула, сейчас шея накачает. Да. Нормально вообще идея, блядь, здраво. О, блядь, охуенно. Ну-ка, отпускай. Руки по швам. Руки по швам, смирно! О, блядь! Вот так и стой, блядь, пока я тебе не разрешу, нахуй. Пизда-то тебе? Так, точно. Давай, руки, чтобы было твои видно, нахуй. Давай, поправь там шею, чтобы пизда-то было тебе. Последний шанс, блядь, твой дрот тебе. Сука, желательно, блядь, меня стулом уебёт, тебе ж пизда. Потому что шарите, у него башка отпускается вниз постоянно вот так. А так сейчас меня, блядь. Подкачаем его. Шею. А то, шею, бля, реально, пизда-то ты придумывал. Ну-ка, поделай вот так. Все, хорош. Что-то мне так хуёвит, от чего я не понимаю, блядь. Кормят, потому что все как хуйнёй, наверное. Да я не жру там. Ну там, где жрёшь, тоже сможешь быть. Чё, пацаны, в чат, ну-ка, плюс, кто считает, что я пизда-то хаваю? Плюс в чат. Я думаю, что охуительно. Колбаску, пирожки, нахуй, всё вот такие темы. И мне сейчас даже жрать хочется, если честно. Блядь, такая хуйня. Плюсов больше. Плюсов реально больше. От души свалить. Так и надо реально пизда-то все хавать, чтобы не быть, сука, дрящом, как дух. Ну да. Ты, наверное, не жрешь нихуя, да? Кушаю. Да. От сучки, блин. Ебать там, блядь, фу, пиздец. Я в ахуе, блядь. Чё у тебя руки к стулу, блядь? Держишь стул? О, нахуй. Чтоб видно было.
Ебать, я вижу, что ты руки, блядь, держишь нахуй. Блядь, жалко, что ремня нахуй нет, я тебе сейчас нахуй отпиздил руку. Печенька, чем пизжу? В лоб получать? Или, блядь, в руки? В руки, блядь. Блядь, нахуй ты матюкаешься, блядь. А, давай. Видимо, жарко тебе, да? Такие дела. Блядь, руки подбиваешь. А, отбиваешь, пиздец. Да, блядь. Затыльнику. Все, болит нахуй. Оп. Я с антипки до сих пор вахую. Да, красиво вообще сделал. Ну-ка, полтора сможешь так? Надо повернуться, повернись к вам. Ну-ка повернись-ка ко мне, бля. Или от меня, давай. Ну-ка, полтора принять. Ух, ебать. Ну как тебе так, охуительно? Наташка, на самом деле. Вот и прикольный, бля. Да похуй, отпускай его нахуй делать. Ладно, стой. Кто не заказывал? Ну как шея? Работает мышца шеи, не? Так точно. Это заебись. Ты можно, наверное, снимать. Кстати, можешь стирать надписи, я забыл. На. Пусть так стирает, со ствола. Напоминаю всем, моё погоняло зверь. Кто забыл, напоминаю. Зовут меня Серега. Так что это, кто забыл, тому хочу напомнить. Сибуховая. Сибуховая мирабельца. Давай, скинь же эту хуйню. Да что, скинь за хавай. Давай. Сейчас. Хуя у тебя портфель пиздатый, бля, портмоне нахуй. Хоп-хоп. Вот вы реально, что ли, свиньи, блядь. Там все, блядь, кто эту хуйню пишет. Вот вы в натуре, свиномат. Налей себе в стакан, блядь, видишь? Точно. Свинонат прозрачный, блядь. Давай сам наливать, чё, я тебе ещё буду наливать. Желательно хоть одна капля на стол упадёт. Погоняла моя зверь! Зверь мое погоняла, напоминаю вам. Сиги, из жопы Сиги не выходит, спрашивает. Он жрет, он, короче, сорет потом Сигами целыми, блядь. У него там внутри завод перерабатывающий сигарет. И радоваться надо еще. Покажи карму. Покажи руку. Не видно. Не видно, что там нет. О. Я сначала подумал, что ты объебал. Я тоже. Сигареточка зашла. Ебать у них кипит. Да, меня Сергей Зверев зовут. Я тебя поссать хуй отпущу до конца трансляции, блядь. Так что можешь пить хоть всю бутылку, нахуй. Ебанешь? Нет. Чё не-не, блядь, как в армии должен отвечать? Никак нет. Сука, еще такая хуйня. Будешь наказан. Себе добиваешь еду. О, бля, нихуя. Накошмарило. Да, да, день тяжелый, чё? Угу. Да
посади сам себя на бутылку, петушня ты ебаная, реально, блядь. Да у них там, походу, садятся все, блядь. Ты, походу, реально на бутылке сидел, сука, да? Ты, блядь, зашкваренная хуйня, да? Может, блядь, тебе еще нахуй по губам стучали, ты, блядь. Со своего общества. Шлюха ебаная. День начинается с этого, блядь. Да, с перчатки похари 300 рублей, да. Нормально ебнул. Да, сверх пиздит, как надо. Вот же сука. Ну-ка, приседай, попробуй. Без тебя чуть-чуть. Давай, даже подвинусь, пусть с тобой. Приседай, блядь. Нормально? Так точно. Ну давай, еще десяточку, в один дальше стой. Что, тяжелее, чем, блядь, без веса? Тяжелее, конечно. Ну вот, блядь, нормально. Будем теперь так приседать 100 раз. За 5к маски не снимаются, я же говорил. За сотку, блядь, за сотку. Каждому. Да. 100 тысяч маску снимать, у одного на выбор. Ну вы, наверное, захотите, чтобы я снял. Базарный ноль, 100к маску сниму. Или 10-8. Тогда вы меня вообще, ебать, перестанете хейтить. Если я ее сниму реально, блядь. Отсылочка, блядь. Чё не хуёвить так, блядь? Чё они заёбывают, блядь, хуйня? Пожрать бы чё-нибудь, да? Ну, блядь. Хули пожрать. Воды попить, блядь, тут пизда там. В армии только так, воды попил, хуяк, быстро спать. Да. Пока желудок не понял, что ты его объебал. Вот ты прикольный со стулом, блядь. Можешь руками помогать, разрешаю. Но снимать нельзя. Медаль у тебя охуенная, блядь. Как мы ту медаль назовем? А где медаль? Медаль за посиделки, да, вот, я вот не знаю. Такая. За посиделки только если, раз это стул. Ну давай, я тебе сейчас. А, нет, так нихуя не получится, значит, что это дальше. Если антипка 100к задорадит, я внутри сниму маску, блядь, отвечаю. Ну, стой, стой. Сегодня это стоит 100к. Да, дальше там, может больше, может меньше. Может меньше, да. Поэтому хуй его знает. Для антипки сниму реально, блядь. Хули нет, да, он? Ну да. Я думал, это все к тому идет. Да ты не поверишь, бля, Илья, у меня, блядь, в армии есть и алкоголь, и парламент, и, блядь, колбаса, блядь, и баба, если надо, нахуй. Все да. Есть. Насчет медсестры, кстати, у нас сегодня цель. Позвать на стрим молоденькую медсестру. Медсестра будет пиздатенькая, но нам нужно достигнуть своей цели. Не достигнем, не будет. Достигнем, будет. Приведем. Будет с нами стримить. От души Колян за поддержку пиздит. Коляну привет огромный, передай. Коляну! Огромный Коляну, привет! 24-24, а я узнаю, мы с ним ВКонтакте. Да. Красавчик вообще. Ну ладно, тебе, я солидарен вообще. Хуй на том с нами вообще с нуля, можно сказать. Mm-hmm. Ну да, со старта. Да дохуя таких типов, честно, да. Что-то сюда нету наших. Что-то Дмитрий Калинин пропал, писал раньше все. Костян, Сава там. Сейчас что-то перестал. Видать, дела у него поважнее. Так. Чем бы тебя задачить? Нафиг. Так, блядь. Анекдоты изучил новый на выходных, блядь? Никак нет. Мне только один анекдот от тебя понравился, пиздатый. Про золотую рыбку. Согласен, анекдот хороший. Бам, про золотую рыбку? Ну да, такой нормальный.
Ты все больше не знаешь вообще, бля? Пока нет, но буду изучать. Ебать, у тебя уже времени прошло, пиздец, сколько. Я тебе спросил месяц назад анекдот, ты мне не рассказал его. Прошло время, и ты нихуя, да, над ошибками не работал. Ну не то, чтобы не работал, просто не до анекдотов было, если честно. Блять, кого ебет? Чужое горе, нахуй. Блять, это хуеет, ну пиздец, а он. Почему так? Какой звонок, водички ебани. Ага. Да мне не поможет вода, нахуй. Может, дух пусть чай тебе заебашит. Да не, чай тоже не. Хуй знает. У меня вообще, я подыхаю, и чай от всех болезней вообще. Чай, да? Ага. Ну вот лекарства не пью, если чё, чай. Ну в армии даже чая иногда нету, блядь, так горячей воды попил и заебись. Ну да, да, да. Хейтеры, твари ебаные, а прикиньте, меня не будет на стриме, смотреть не будете стрим? А ну-ка, скажите, я чат читаю, давайте. А? Чё замолчали нахуй? Вот представьте, меня не будет на стриме, и чё, кого будете хейтить? Души Колян. Мне кажется, у них, ну, найдется до чего прикопаться. Да найдут, конечно, они до тебя доедутся. Да, у этих людей одна цель, блядь. Над ошибками потом начнут, блядь, заёбывать. Это люди, у которых вообще никакого нету стремления, да, блядь, да, да. Достижений. А бабки мы пиздато зарабатываем. Идите вы нахуй, хейтеры ебучие. Есть возможность, я напомню, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, там тоже есть паблик. Вот, все ссылки вы найдете в описании. Вот. ВКонтакте добавляйтесь, пишите. Да от тебя, Владимир, то хуй, а вот от Антипки 10к, ебать. От тебя хуй. Потому что ты нищая сучка, грязная. Грязная нищая сучка, Владимир Бакуров. Грязный нищий бомж, затраханный другими бомжами в рот. Пау нахуй, бомж ебаный. Все, блядь, чат закрыл. Можешь мычать. Да? Ха-ха-ха! Сука! Это очень сильно. Долбоёб. Так, ладно, ну, разрешаю тебе отцепить стул и держать его над головой. Все, давай. Давай его. От души детос. Титуас от души, красавчик. Сейчас все будет для тебя. А вот Антипка тоже красавчик. Ебать, сейчас голова легкая, наверное, пиздец, да? Так, точно. Вверх взлетает. Ну да. Надо взять потише музыку. Да выключи, пока на паузу нажми. А, пока гавкать будет. Прям в камеру, ну да, да. Давай, да. Только, блядь, душевно ебошь, нормально. И смотри, смотри туда, блядь. Это я настраивал. Стул сломаешь, блядь. Давай еще ебошь. Уводите собак и домашних животных от экрана. Да, а то они сами убегут. Но убегут, у них будет стресс, а стресс животным противопоказан. Так. Короче, можешь теперь стул над башкой подержать. Даже на голове. Тоже шею прокачаем. Да, да. Да, да, да. Ножками вверх.
Вот эта хуйня у тебя на спине будет. Давай, соображай, блядь, что тебе подсказывать надо. Смотри, блядь, не зацепи меня нахуй. Мы задеваем ничего? Нет. Охуительно. Во. И стань, чтоб тебя было видно. Стань, чтоб было видно, блядь. Почему тебя не видно? Вот так? Да. Во. Задай прокрутился. Вращайте барабан. Сейчас этих пидорасов жирных очков разорвем. 100 очков на барабане. Буква! Буква Б! Нет такой буквы. Б, бобер, блядь. Буква! Буква Д. А я думал уже. Д, дебил, блядь. Буква! А. А, ори, блядь. А. Это. Че? Пацаны, хотите поорать нормально? Сейчас я закурю, придумаю. Давай, Дуб. Тебе, короче, загадка. Не загадка, а вопрос. Слушаешь? Слушаю. Вы слушаете, блядь, хейтеры ебучие? Давайте вместе угадывать. Давай, Дуб, угадаешь слово сразу? Или по буквам, без разницы, стул разрешу опустить. Как в простонародье называют хуесосов, которые в чате называют здорового пацана. Здорового, блядь, просто раму, блядь, неломаемую, блядь. Как в простонародье называли таких хуесосов? Первая буква Х. Х. Следующая Е. Могу назвать слово полностью. Давай. Хейтеры. Ну ты долбоёб, блядь. Может тебе уебать за то, что... Ты, блядь... Еби его. Ху! Сука, стол держи, блядь! Поднимай дедушку, блядь! Чё ты его нахуй не поднимаешь, блядь? Блядь. Там, наверное, взорвался. Удачи вас. Передайте привет Вадиму. Блядь. Сука. Стол держи, блядь. Сука, спиной уебался. Ебаный это из-за вас. Сосите его хуй. Да бей его, стол, блядь. Да уебался я копчиком кого-то бить. Сука. Так, там человек просил, мы ничего не проебываем. Разн CSGO. Здорово, пацаны, удачного стрима. Передайте привет Вадиму из Новосибирска. Вадиму из Новосибирска, большой-большой привет. Это отпущу я тебя. Уебался, пацаны. О, спиной, прикинь. О. Ты шо, сука, как больно, блядь. Ну, загадку он не отгадал, это из-за этого ты уебался. Да, короче, вас называли, ебать. Хуесосы ебучие, вот как вас называли. А, блядь, как я уебался. За это стоишь со стулом, блядь, до конца стрима. Блядь, вот это я ебнулся. Блядь, покажи, там угарный упал. Да, 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 пиздато. Вот, блядь. Я как уебался. Сука, да ну нахуй, больно-то, блядь. Больно, да ну нахуй. Стол не отпускай, бля. Ебать, если тебе спортзал захуярит. Уже хуёво, да? Так точно. А прикинь, так 2 минуты, да тебе ебошек? Опа. Сосит снизу. А, да сука, нет сил. Сука, жирный, ты, блядь, упал? У меня потолок посыпался. Кто оплачивать будет? Ты охуел. Жердяй, блядь.
да пошли вы нахуй! Чтоб жирный еще раз уебался. Не, пацаны, я уебался реально люто об железку тут. Да нахуй, мы ж не убиваем друг друга, блядь. Пошли вы нахуй, сука, черти ебаные, я за вас ебнулся, идите вы нахуй, пидорасы! Ха! Стол держи, бля. Братин. Опа. Передайте всем саням планеты, что место девушки на кухне. Передавай. Души, братишка. Передаю всем саням планеты, что место девушки на кухне. От души, братишка. Да, души, жена, нихуя, пятихатку. Ну да, неплохо. Счастья тебе, брат. Все хотят, чтобы я уебался, вы че такие, блядь? Ага, может мы убьем еще тут друг друга, блядь? Да. Не, я уебался нихуево, да ну нахуй. Ну-ка, а поприседай теперь со стула. Говорят, не бани его стула, блядь. Приседай. О, так пиздато приседать, блядь. ТЦЦЦ. База. Докладываем. Поезд номер 6 под названием «Жирный» сошел с рельс. Груз идиоты. Доставлен не будет. Жирный. Идиоты! Сейчас пока мысль из головы не вылетела. Ты приди этому, как ты его называешь якобы, да, жирным, ты приди ему это в лицо, скажи. Да здоров... Здоровья в натуре не хватит. Здоровый пацан, блядь. Че жирный? Он либо совсем дрыщ, да, который вообще, ну, видит, не знаю, там, человека просто пошире и думает, все, он толстый. Либо он сам реально сначала приходит, его живот, потом он. Ну да, когда зеркальная болезнь еще, кто не в курсе, это когда свой хуй только в зеркало видит. Все, закончим приседание, блядь, я только сейчас уебешься. Но стул не отпускай. Я как-то не трону поручни. Ладно, разрешаю тебе руки по 10 секунд отпустить по очереди. Раз, два. Можешь слух не считать. Хотя, нет, считай. Опа. Привет, солдаты. Поставьте песню. Здорово, хозяин. Каспийский груз твердый знак. Сейчас поставим. Душара честь отдай. База, прием. Сообщение принял. Поезд номер 6 под кодом жирный в пункте доставки не ждем. Жирный подвел нас, блядь. Кто? Кто там мучит? Да иди нахуй. Че там, Вован? Да мы ему объясняем то, что, блядь. А, сука, я уебался. Различия не видят между здоровым пацаном и жирным, блядь. Сейчас тут просил хозяин песенку поставить. Честь отдай нахуй! Отдал. А? Да что там за хуета творится? Фирменная кукарелка и передать привет. Давай. Андрею Дитякину. Спасибо, Дитос. Андрею Дитякину большой привет. Дитякину. Дитякину Голубинскому. Привет. Блядь. И фирменная для тебя. Меня стой заново, блядь. Так, значит, передаю привет Андрею Дитякина Голубинскому. От души тебе. Фирменно. Поезд номер 7. Еду по маршруту. Смотрю, впереди поезд номер 6 сошел с рельс. Это было эпично, ебать. Рельсы погнулись. Жирный. ТЦЦ. Прием. А, я думал, 700 скинули, прикинь. Иди ты нахуй! Ты тупой, Бакван, иди нахуй! Я думал, там 700 закинули. Я думаю, нихуя, я еще читаю. Не понимаю, что за хуйня. Пошел нахуй, сука, я уебался. Из-за тебя нахуй. Из-за этих дебилов ебучих. Ебать, у них там очко, наверное, горит. Давайте послушаем. Да, Каспийский груз. Че там, жирные твари? Сосед снизу.
Алла, я сосед снизу. Как жирный. Ты, блядь, упал, у меня потолок посыпался, кто оплачивать будет? Да иди нахуй, блядь, давай на потолок тебе будем собирать следующий стрим. Я, сука, блядь, уебался спиной, стул сломал. Иди нахуй, мне стул дороже, блядь. Суки, твари вонючие. А, человек, блядь, чуть не убился, а вы над этим еще и смеетесь, блядь. Грешно, между прочим. Грешники в наи, блядь. Покайтесь. Кролики под опыт. Песни Каспийского грузят вообще. Как будто куда-то на разбор еще поедем. Что-то с кем-то решать. Как я въебался, реального вон, мне так терни. И эта бутылка, которая стояла на полу, на которую сел жирный. Вы думаете, почему он так плачет? Догадайтесь. И нахуй, блядь! Плачешь ты, да потому что ты ущербный, потому что ты идиот, потому что ты шакал. Я стул сломал, ебланы, блядь. Лишь бы посмеяться, блядь. Грешно, грешно. Покайтесь, пока не поздно. Песня охуенная. Да, зрители заказал, включили, пиздата. Зритель заказал, блядь. Подогрел, ебать. Песня пиздата. Купил ебосы стрёмно. Не было матов, не проверяем. Да, все у нас дух. Ну-ка, давай одной рукой. Ладно, разрешаю тебе, блядь, стул поставить и вентилировать. Бля, я хотел приорать над этим чатом ебаным. Над этими хуионами, блядь. И, сука, уебался. Ну че, как тебе шея у тебя? Сука, подкачалась. Подкачалась. Ну и бац, я тоже не сдан на самом деле, да? Больно только, я говорю, сломался стул, Вова. Да. Железный, блядь. Сломал стул, железный. Вам смешно, смеетесь, да? А мне было нихуя не весело. Я, блядь, весь удар на себя принял. Это вообще не шутки. Да не буду. Жопа жирного в маршрутке. Больше так не делай. Да где вы тут жирного увидели? У меня зверь погонял, долбоёвый. Отдыши за сотку. Отдыши за сотку, но ты все равно тупорылый урод. Да, ты жирного увидел в натуре. Это пол, блядь. Да, ты проматерился, я тебе, конечно, ёбну. Я тебя сюда же разрешаю. Только конкретный вот хуйсос. Разрешите? Разрешаю. Я это буду делать, вентилируя. Так же, как я тебя вот так вот нахую вертел, так. Жирных родственников своих называю, ну серьезно. Что за бред? Идиот, что ли? Да. Все, давай, запрет на маты тебе опять вернулся. Да ладно, и так. Девичий дал. Но мы все вывезем, мы твердый знак. Как ребенку, знаешь, что будет. Раб, не уебал, нихуя, он же с тех пор с головы не уходит. Это так больно было. Ребать, можно так уебаться, бля. Бля, может заблокируем вот этого хуя? Давай, да, сны, давай, заблокируем. Цветы сны. Все, блядь. Цветные сны, все, до свидания. На сегодня ты допизделся, да. Допизделась. Мы на тебя обратили внимание, да. Нахуй, все, пока, блядь. Заебал. Тату и Даня. Следующий будет за ним. Давай лучше вентилируем, блядь. Ебать, че так сильно завоняло, блядь, двумя руками, нахуй. Давайте еще песни послушаем, блядь. Также не забывайте, что мы можем написать маркером где угодно, в принципе, ваши любые надписи. Также поем, танцуем, приседаем в противогазе, стоим полтора, пробиваем лещи, черепашки, колобашки, все, пинаем под говно, развлекаемся и так далее.
Ребята, привет. Я тот самый стул Жирного. Я, сука, служил ему верой и правдой полгода, терпел его жердяйскую жопу, а он меня сломал. ЗБС делает. Некрасиво. Это школьник. Да это школьник ебучий, какой-то стул ебаный. Вот им в радость посмеяться, реально, человеку больно, человеку это бета. А, пострадал, вы, блядь. Ну это а по-человечески, что ли? Я не знаю, здесь же, ну... Машина сбивает человека, он страдает, вы что над этим? Тоже смеетесь, блядь. Я вас собак реально сейчас всех заблокирую, блядь, и все на это. Я вот не знаю, если вижу аварию, думаю, хоть бы никто не пострадал, а дух, блядь. 50 рублей. Прием. Прием, Гендальфы. Докладываем. Поезд номер Жирниковский сошел с рельсы, еще долго не выйдет на связь. Но он вам передает, что жирным горбой скоро еще раз ебанется со стула. Жир-жир-жир. Ш-ш-ш-и-р-р-р-р-р-р. Давай грамотно, красиво. Матами, люто. Разрешите? Да. Видос. Сейчас. Передать привет. Давай. Школьнику Андрею песню. Бабушка, ужас, охуенная песня, я знаю. От души за донат. От души за донатик и привет Андрею школьнику. А ты хуло, да, ебаная жирная со своим поездом, иди нахуй, понял, блядь? Пусть этот поезд тебе, сука, в сорокатан заедет. То, что я нахуй нечаянно упал, это ни о чем не говорит, ебала. Я же, ебать, ебала могу разбить, нахуй, блядь. Шаришь, не? Конечно. Вообще вот, изи. Ну, то, что на Евровидении была. Come on and dance, давай. Fuck everybody. Это разве так? Она? Да она. Давай, все, поехали. Everybody dance. Ах, вот это я уебался. Твари, да, блядь, мне похуй вообще на вашу... Ты не упал, ты специально на бутылку сел. Ну нахуй это было в прямом эфире. Ты на бутылку сел, база, идиот. База. Прием. Иди нахуй ты отсюда, ебаватый, сука, блядь. Дырявая нахуй, чему ебучая. Дебу, блядь. Присядь на бутылку, если тебе это так в кайф в натуре. Что они заебали, блядь, хуйня. Вот они настроение портят. Come on and dance. Смотри прямо, блядь, ты заебал. Блядь, уебал тебя, но я уже боюсь так делать, жаль жалко. Чтобы опять не уебаться, да? Блядь, если ты голову опустишь, я тебе опять стул привяжу. Кайф тебе с ним стоять. Твари ебаная. А вот представьте, меня не будет ебать завтра. Да вы же, сука, очко реально разорвете себе ебать друг другу. Своим бабкам, блядь, своей жопе. Ого. Поезд под номер 6. Блять, урка, от души, брат! Танцуй, урка, да. Вот это название, жир. Дай похуй, за косарь пусть, блядь. За косарь, да, за косарь и похуй, блядь, можешь обзываться. Сердцем танцевать. Давай, давай. От души задрат, урка. А чё, они же не провиде не пели, да? Party dance. Come on and dance. Dance. Everybody dance. Come on and dance. Детский, который справа. Ответь за него, нахуй. Танцуй, нахуй. Ответь. Какой нахуй ДЦПшник? Ты ебала, иди нахуй. Я ДЦПшников увидел, идиот. ДЦПшник, блядь, это нахуй брат твоей сестры, понял, нахуй. Come on and dance. Everybody dance. Come on and dance. О, голова сейчас не опускается, охуительно. Взята песня, урка, от души за донат, подогрел нормально. Да, песню послушали нас, подогрели, от души вообще. Спасибо, а, за сука, песню. Ну нихуя, мне в натуре больно, блядь. Я так уебался, я вообще не думал, что так будет, Иван. Вообще пиздец.
А также, если вам понравились какие-то песни, они есть у меня вот в аудиозаписях. В свободном доступе можете зайти, послушать. Блять, ну вот эта антипка, такого вообще ни разу не было, это пиздец. Ну да, максимально за раз, так, блядь. Такого вообще пятера была, вот Артем К закидывал, или Князев, или К, уже не помню. Пятера максимум заряжал. Да, тоже красавчик, тоже. Да, друг нас с нуля практически с нами. И вот антипка, не знаю, смотрит нас, нет, но тебе привет огромный. Тебе просто сердце, реально. А че, вот этот Артем, они вот эти антипка, да, популярные чуваки, что ли? Да я хуй знает. Бля, напишите нам ВКонтакте. Да. Вот да. Эти вот Артём и Антипка. Артём, мы... да Артём писал, по-моему. А, ну, Антипка, напиши в ВК. Общался с ним? Нет? Ну с Артём, да, да, общался, конечно. Ну он там тоже писал поддержку, там, типа. Красавчик там туда-сюда. База. База. Докладываем. Я поезд номер 6, тот самый, который сошел с рельс. Моя жопа пострадала, требует починку. Пункт сегодня не приеду, упал прямо в говно, необходима помощь. У тебя вот фантазия, да, такая вот интересная, вот ты там, а, про поезд придумал, сейчас напишу, о, классно, посмеялся там, да, подрочил и все. Ага, ебалы ты, ты ебалы кусок, ты понял, ебать? Ты кусок ебалы. Сюда вот приди. Жирной. Свинья ты ебать жирная. Ага, смотри вот на товарища. Ну-ка, в ВК напиши, свиноматка ебаная. Я на тебя посмотрю, свинья ты, блядь, вшивая. Ну-ка напиши в ВК. Напиши, это я свинья, блядь. Да, чтоб мы поняли. Я гляну, ага. Угу. Ты посмотри, ебать. Свиномат ебаный. Да? Лишь бы... Матом просто не хочу ругаться. Лишь бы хрень всякую написать. Ерунду, блядь. Ерунду, гадость, гадость, да. Ух, да ебашить так падать, я ебал. Тебе, блядь, долго, наверное, будет походить. Да больно, и болит все нахуй, спина, блядь, рука. Все болит. Да прикинь, так наебнуться, да, он. Да, блядь, да, не пиздатенько. Угу. Хорошо, что я чат не читаю, да? Вот. Ну да. Да. Опа. О. На лбу духу пишем. Пиши. Меньше, чем. От души жирше. От души на. Девочка в сторону жирного. Давай. Жир 6. Суки, вот твои, блядь, сучки, блядь. Стирай лоб, блядь. Я что буду по второму слову писать? О, блядь, гавар. Опа, гавар. А, сука, это жирная хуйня. Вспомнил меня, точка, перестал, что ли, катись от пузы. Иди нахуй, ты, сука, кому ебать будешь так базарить? 50 рублей минимальный донат, шапка ебаная, рот закрыла, блядь. Ну-ка, давай, блядь, разрешаю. Пидорас, сука, тупой, пошел нахуй, блядь. Полташку кидай, разговор продолжим, все. Идиот. Завали ебал, старший говорит. Полташку кидай, разговор продолжим, твой лимит исчерпан, все, блядь. Шишка! Пидорас! Вшивый, сука! Нищий! Давай, нищий! Давай, сухой! Захочешь продолжить разговор, ебать! Сухой? Да. Давай, можешь сразу рубль скинуть, я с тобой, блядь, поговорю, блядь, минут 20, нахуй. Тебя, блядь, так нахуй отхуй сошу, блядь, в прямом эфире. Что ты у меня, блядь. Да, блядь, ну чтоб сухой был лоб, блядь. А этот кто тоже закинул? Ну пятихат, ладно. Да? Так точно. Завтра меня не будет, вы реально, все, завтра меня не будет, поняли, блядь? Нарядим нахуй, блядь. Не можешь и лоб, заебал. А еще знаете, что Васацкий бесит, что меня не видно, потому что рамка. О, блядь. Ну, гавар, блядь. Ну, сука, залупа конская. Ай-яй-яй, блядь. Давай, давай, нахуй. Что ты, блядь, еще посмеешь мне сказать? Сучки. Блядь, все бы ничего. А что, был, да, в прошлый раз с нами? Гавар, 58? Да. Ну-ка. Похуй, вот тут будет. Опа.
Покажи шестерку. 10 минут засекай. Вот сейчас. Давай. 34 в 44 минуты. Да. Убираем. Давай, как 10 минут пройдет, так ложь. Погода нелетная, а жарче летает. Ты какого хуя это сделал? Кто разрешение давал с рельс сходить? Жир. Не, а кто ты такой, чтоб тут нахуй вообще базарить свою хуйню ебаную, а? Тварь ебаная, кто ты вообще такой? Иди нахуй. Понял меня, блядь? Нищий долбоёб. Разрешение он еще тут будет, рот открывать. Кто тебе вообще разрешил тут рот открывать? Тут я, блядь, команды раздаю, кому чем. Передать привет Андрею Дитякину, почетному школьнику в Москве. Бля, от души, брат, песня «Текила» — это нормально. Сейчас, сейчас передам, красиво. Давай, Дитос. Проверь, что он вам сразу. Ой, ай, ой. Ай, да вот вы идиоты, смеетесь, человеку ну, реально неприятно. Объясни это, да, он нормально. Объясни сейчас он. Вот вы вообще какие-то дикие собаки. Вот ничего человеческого реально, походу, у вас нет. Человек упал, человеку больно. Больно, блядь. Они, блядь, смешно. Идиоты. Ага, сука, сами свиньи. За вас матом ругнулся. Ну, я, блядь, да, ёбну все равно. От сучки. Так, Андрею школьнику там привет надо передать. Значит, Андрею Дитякину. Андрею Дитякину, почетному школьнику Москвы, передаю привет. И его песня «Текила» — это нормально? Дитос, от души за донат. Песня пиздатая. Ага, веселый клип, клипак тоже прикольный. О! О! Артём. Бля, от души, братан! Бля! Красава! Не от души. Нормально ты взлетел. Бля, красиво, да? Артём, как? Спасибо тебе, братишка. Бля, да, Тёма, как ты, брат, вообще? Пропал куда-то, не слышно, тебя не видно. Артём, бля, уважаю жестко, бля, от души за поддержку, за моральную, за... Чё, рад, что Артём тебя посадил? Конечно, рад. Заебался, наверное, стоять, честно. Честно, немного, да. Ну, еще бы постоял, да? Ещё бы постоял. Ну, ничего. Ладно, раз Артём попросил, посидишь. Немножко, бля. Заебал он стоять. Люди, блядь, бабки закидывают, чтоб ты посидел, блядь. Ты понимаешь вообще? Да, да. Что ты, блядь? Ну люди реально пишут, спасибо там за стримы вот всякие. Да, я блядь, знаю эту хуйню, я видел. Вот этот хуй второй я создал, которого мы забанили. А сейчас пускай чип. Не ждали, не ждали, блядь. Ждали тебя, бля, извращенку ебаную. Давайте, а он... Костян отымеет в уши, блядь, да? За пятеру, да? За пятеру, в уши. В уши за пятеру, блядь, можете отыметь. В одно ухо пятеру, в другое еще пятера. Того за оба уха 10. Ебать, он там цитат, походу, подкопил, пизда тут. Так что давайте пошумим. Где эта песня? Бля, в клипе, помню, прикольно, там тёлочки на заднем сиденье танцевали. Ага. Не видали? Никак нет. Кто считает, что... Да, нет. Привет, пацаны, я сосед Светов, я говорю спасибо Богу, что жердя живет по дому, зависть, там бы нахуй он мне потолок травмы, жердя, не вздумай так больше делать, тут, блядь, земля ходуном ходит, моя бабушка проснулась, улыбнулась. Бля, ну от души за донат, это ж нахуй хуйня, от души за донат. Да, бля. Ну тоже
пойми, что здесь... Ну только ты пойми, дура, блядь, что тут нету жирных. Смешная хуйня, это жирная. Это во-первых, потому что здесь нету соседей снизу, это армия. Кто считает, что надпись на лбу, блядь, заебись, тот хуесос ебаный. Ясно? Да, давайте плюс в чат, если хотите, чтобы мы ее стерли. Минус, если хотите, чтобы держалась до конца стрима. Плюс, если хотите, чтобы стерли. Минус, чтобы держалась до конца стрима. Молчат все, стираем надпись. Так, не, еще 4 минуты. Ровно. Минус, не хотят, что ли, чтобы надпись была? Хотят, да? Хотят. Вот же подлюки, блядь, ты посмотри. А, когда надо, блядь, да. Только так, нахуй, летят. Так, Колян, от души кинес. За поддержку, братка. Колян, ты вот души. Красавчик, эти, блядь, шкуры нихуя не понимают. Не, наоборот, плюсы же летят, что типа. Плюсы это типа стереть, Колян шарит. А минус, чтобы держалось до конца стрима. Минусов очень мало. Ромчик, тоже красавчик. Ромчик от души. Добавляйся ВКонтакте. Вовчик. Вова, Шкода тоже, по-моему, нам донатил, на самом деле, даже. Он, по-моему, даже в этом. Бля, не, пацаны, а кто с нами тут давно? Плюсаните в чат сейчас. Просто смотрите нас, Колян. Колян сразу. Да. Все, заканчиваем уже с надписью. Давайте плюс в чат, кто с нами был с самого начала. Да, 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 да вот они тут. Во, сколько плюсов полетело. Владлен, Вихрев. Да, Антоха. Русик. Привет всем, здорово. Привет всем, а я сосед на всех пожарных жилья. Я пиздец охуел, так хлопнуло. Свет погас, бух-бах. Ничего не видно Зум, стало, блядь, я охуел. Патрик, потом все с нами, братва, вас так много, да ну нахуй. Вот это вот, это было очень страшно. Блядь, пацаны, так приятно, что вы с нами, ебаный в рот, вы просто не поверьте. Колян вообще плюсами уничтожает. Пират какой-то. Пацаны, у вас ники я не могу прочитать. Вова, Шкода, знатья, плюс, базара нет. Чё там писал этот хуй? Сосед. Йо, просто... Спасибо тебе за донат, блядь. Бомж ты тупой, ебаный. Не, он написал, ничего. Вроде прожарил. Давай, Колян, с самого начала. Сергей, Сергей, блядь, пацаны, вы такие красавцы, блядь, да? Ты уже. Да надо проебашить духа. Чё сегодня только хейтят меня, да и все, да? Ну да, дух вообще сегодня у него рассос. Не бухает. Ничего, да? Не качает, блядь. Пизды не получает. Ты сам-то хочешь? Серега Б, я тоже помню. Я совсем хочешь. С нуля. Кирилл Горячев, да, пацаны. Ой, блядь. Неужели вы не хотите, чтобы я нажрался и снова начал буянить, чтоб меня там это... отбухали? Бля, приведите медсестру, чтобы... И на Шлюшкина, я тебя забаню сейчас нахуй за такие базары. Включите песню Ногана. Включи песню Ногана, Коль. Давай, который она. Тебя унизил. Шар честь отдал быстро, запах ёбаный. Что? Честь отдал быстро, но это воинское приветствие. Воинское приветствие, да. Так. Взгляд. А я консьержка с одного этажа. Все жильцы жалуются. У всех паника. Что с этим делать? Коллапс. Коллапс. Жердяй пал. Дом на три процент лево ушел. Успокаивайтесь, взрослейте, реально. Взрослейте, ебаный, блядь. Так. Дом на 3 сантиметра влево. Ну, если у тебя там, не знаю, где ты, дом на 3 сантиметра ушел, то хреново чё. Хреново, конечно, нихуя. Так, это песня для хозяина. Для хозяина, для тебя, братка. Спасибо. От души тебя. Трек. Люблю тебя в треке. Бля, я что-то не слышал. Хоть народу с нами по приветству. Бывает на тигров. Бля, ты спина болит. Давай, отсюда. Давай, Дейла. Ебать, что-то я заебался, блядь. Дидос! Передай привет Ирине. Сейчас. Передай привет Ирине Григорьевне. Сюданке. Слетело бесплатно. Чуть сотка не заебал. Ага. Так, кому там привет? Не, блядь, пузо нахуй. Присуха, блядь. Партизан. Суки. Ирине Григорьевне, старой куртизанке, большой привет.
Привет огромный, Ирине. И сердечко давай. И сердечко. Опа. Не забывай, что голову ты не должен отпускать. Братцы, подписывайтесь на наш канал. Павлик, на страницу тоже ВКонтакте добавляйтесь. Так, можно стирать лоб. Люди ж не хотели. Да. Чуваки, я фрес жирный, которого у него нет. Он вас наебывает. Проебал. Ты не видел, ты не знаешь. Ты ебан тупой, ебать. За рубль пресс покажу. Поняли, блядь? Сука, не слушайте эту овцу ебучую. Пошел нахуй отсюда. Бомжара ебаная, да? Так точно. Да. Бомжаром. Надпись, да, правильно стирай. Никто не хотел. Вчера нормально. Ну да, вы же не хотели. Что не видно было, нахуй ты сухой салфеткой. Да эти закончились, наверное. А он... что едет? Да он их жрет, блядь, по 100 штук нахуй за раз. Я ему сказал, эконом нахуй. Стираем, сука, надпись, бля! Вы же не хотели. Видимо, нет. Ладно, если заказывают, что-нибудь придумаем, новую надпись, а так пока дрочись. Князь. Гиннес СССР, блядь. От души, князь. По очереди, по очереди. Устал сидеть, дух. Так точно. Постоишь? Стою. Сейчас еще пожру пиздата на ночь, чтобы, сука, завтра быть здоровее. Вова, Шкода. Сейчас добавим, брат. Давай, тебе вне очереди, браток. Вне очереди. Опа. Я еще пожру пиздата ночью. Что, по всем хреново стало. Пёрну на всю казарму, и мне будет охуенно. Ясно вам, блядь, собаки? Артём, князь, от души. Так, давай вентилируй, нахуй, зверь закурил. Стёрлась хоть чуть-чуть. Моё погоняло зверь, кто не знает. Это мой кореш Лаван, а это наш дух Костян. И вы в этом не виноваты. Костян Петухов, и вы в этом не виноваты. Ебать, что это было? Блядь, песня охуенная, пацаны. Ну да. Сейчас включим гимн СССР. Песня «Нога надо играть» тоже люди заказывали. И включим следующее. Пиздата? Здорово, солдаты. Здорово, дед Вова. Здорово, дед Вова. Здорово, зверь по кличке. Все заебись, братва. Как дело? Все у нас. Я не жирный, я просто. Сам ты жирный. Сам ты жирный в натуре. Зверь, давай. Вообще для вас, товарищ Сергей Зверев. Вот вы понимаете. Внимание, гимн, СССР. Когда играет гимн, ты должен встать, блядь, стоя. Да, зверь лучше от души! Вентиляция. Вентиляция. Ладно, правой рукой машина. Я просто зверь, бля. Зверь решает, базара ноль. Поддержите зверя, блядь, пацаны. Да, да чё вы к зверю пристали, блядь? Блядь, от души, братва, за поддержку. Здоровый пацан, вы что, не можете здорового пацана? Говно! Приседать. Мне кажется, нужно в противогазе приседать, потом гавкать. Не просто противогаз, а слоник в противогазе. Давай, 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 на. Я сейчас заебошу. Подожди. Сейчас докурю. Сейчас зверь докурит и заебошу. Просто давай, повентилируй пока. Найди ракету вторую. Сейчас, я все, короче, ракету замучу. Ты замутишь там? Скотч здесь? А, ну вот уже все, вторая ракета там, ухо. Ракета, да. Ну все? Давай. У нас все готово. Давай, газик надевай. Давай, махай. Здоровым можно посидеть, если честно. Давай. Это и есть СССР, дядя. Блять, у меня так болит Вован спина, это, блин, не шутки. Это, сука, не шутки, жирные твари. Ну, весело, блядь, пиздец. Человек, блядь,
уебался и выносил. Встали. В мое время я бы жил в себе отправил черные бутовки. Погнали убивать. Вот, мне похуй на тебя, ебаный Сталин, идите вы нахуй со своей хуйней. Жирная тварь ты ебаная. Я вас убью. Сколько раз ты посчитаешь? А мы еще посчитаем. Ну-ка. Шо ебаться, лежаться, не? Да будут охуеть, да. Ну-ка. Хотел, чтобы я погавкал. Гавкать, да. Убирайте домашних животных. Убирайте домашних животных, они боятся такой хуйни. Так, ну мы сейчас придумаем, сколько же тебе раз присесть. Так. Да, блядь, спина болит, Вован, пизда. Ебать, уебался, блядь. Сука, в прямом эфире уебался, шаришь же самое, блядь, тело. Ну да, блядь. А, чё там, присед? Так. Чё там? Хочу, чтобы вы меня пизданули два раза исполнять. Собаки. Ухо, ухо. А, ну, давай. Давай полтинник нахуй, присаживайся. Пятьдесят раз, давай, погнал. Давай, к упражнению приступить. Пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Завтра меня не будет. 11. Уебанцы, 12. 13. 14. И вы, сука, будете скучать. 15. 16. 17. От души, Альберт. 18. Сотку вешу. 19. Братка, от души. 20. 21. 22. 23. 24. Ну, пизда вообще. 25. Не погнуться, он нахуй сломался. 27. 28, 29, 30, 31, 32, я буду скучать. 33. Алинка, будешь скучать? 34, а? 35, 36, 37, 38, 39. Жира, блядь, во мне 40, просто 0,0001%, остальное все мышцы, ясно? 42, 43, 44. Алина, вообще нурик, Есть блять, Нурик, Нурлан, братан, от души. Обычный здоровый пацан. Тогда, базара нет. 49. Брат там. Дух пердит в противогазе. 50. Ну, Нурик, братан, от души. Нурик. Иди нахуй, бомж ебучий, сука, от вы, блядь, ушли еще, суки. Да, ну? Так точно, бомжару. Вот и пидорасы. Такой в натуре, Алина, он правильно говорит, Алиночка, они, блядь, даже не знают, что такое накачать такие мышцы, блядь. Девчонкам нравятся здоровые. Вот Нурик, блядь, сука, чурбан, блядь. А, блядь. Да, Колян, да, завтра меня не будет. Давай доклад, что упражнение закончил. Вершовый, за что тебе обратиться? Засрали в натуре весь стрим своих хуйнёк. Ну, давайте доклад, упражнение, приседание закончил. Наебитостов называется. Нет тостов здесь, 0,01% жира. Алин, нравится, да, здоровые парни? Блядь, да, конечно, всем здоровые нравятся. Без зверя неинтересно пишут. Да, это все из этих пидорасов, блядь. Сука, разозлили его в чате. Вика. Вика. Зверь, не злись на них. Спасибо большое, Вика. Привет. Сердечко, Вики. Ты красавчик. Самый интересный ты. Спасибо, Вика. Спасибо за поддержку.
Ну-ка, если... Да вы попробуйте реально отжаться, сколько света дожмёт. Же обосрётесь, да, вас? Да. Завтра будет стрим. На меня нет, на меня там уже не будет. Ты заебал. Да наебал я тебя. Жиру бассейна опять поняла. Наебал он. Ай, я подвёлся. Ладно, я на девочку не буду ругаться первый раз. Прощаю, блядь. Но ты, сука, такое больше... Ты такое, Шкотина, ты такое больше не говори. Да хватит троить людей, ты заебал. Ты слышишь, что он такой? Я с этими даунами ругаюсь, я забыл. Я с такой хуйней угораю, он стоит! Блядь! Его противогаз засирается, блядь. Слышь, ты чё, блядь, подписывайтесь на наш канал, но меня уже не будет. Сука! Когда я отжимаюсь, как машина, блядь, вот так вот. Сколько хочешь, столько я отожмусь. Я когда пришел в армию, меня раньше я вам рассказывал историю. Деды спрашивают, говорят, кто сотку отжимается, того, тот больше вообще никогда не отжимается. Я говорю, я отжимаюсь. Меня даже никто проверять не стал. Шарите, а вы такую чепуху, ебать, мелите, блядь. Долбоёбы вы, блядь. Давай, о, красиво. Сейчас, пацаны, ништяки будут. Сейчас ништяки тут будут, так. Да и там чепуха. Опа. Опять такая. Аслан, Алсан. Зверь, зачем ты пацана чуркой назвал? Я за тебя, но не гони так пиздеть. Уважай другие нации. Блядь, я, ну... вот тебя нормальным пацаном считаю. Зверь ты, машина. Аслан! Товарищ зверь, не слушайте этих педрил, вы не жирный, вы красавчик. Хотя не хотел бы быть. Что такое части, осень? Это небо! Бля, брат, князь! Хочу, сейчас поеду! Чтобы спел песню. Спасибо, привет! Ты, что такое осень? Можно? А ты устал, поди. Пусть да, покоит, я Аслану Аслан, отвечу. Аслан. Аслан. О, еще Аслан. Да ну иди туда нахуй, ты в натуре еблан! Я уважаю нацию на самом деле! Кавказ, у меня есть друзья кавказцы, а ты, сука, педрила, сиди дома, ебать, со своим нуриком, блядь. Пошли вы нахуй оба, блядь, два долбоеба. Так, да это ты песня заказывает. Ты знаешь слова? Такое осень, это небо. Попоем. Плачущее небо под ногами. Осень слетается, птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Ты же знаешь песню. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Пой! Дура! Снимай. Не снять? Сейчас будут перепевать. Давай, снимай все. Прочь от земли. Море. Печаль, а сейчас будет перебивать все сначала. На я да. Да, лучше караоке выпить. Изи споем. Ты знаешь так слова? Не, ну в смысле с караоке спою, я просто мало помню, но песня знакомая очень. Душа самым главным. А, сука! А, бля! Так, Вовка, включи караоке эту песню. О, нихуя! Чё я придумал, бля? Вот он там. Оля. Оля, привет. Давай, теперь даже за донаты благодарить не будем. Да? В смысле? Пидорасики. Шутка. Зверь симпатичный парень. Нахуй же его троллики. Олечка, сердечко тебе. Как и обещали. Так, а теперь эту песню мы еще раз, да, споем? Что такое осень? Бля. Что такое осень? Это небо! Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Воу.
лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень, темная даль. Что такое осень? Это камни. Верность над чернеющей невою. Осень вновь напомнила душе о самом меня оскорбляют, да? Осень, я не вижу, мы это у нас караоке, я потом отключу. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишён покоя. Сука, я не вижу, что там. Зачем так я осень в небе жгут корабли. А дедушка человек. Осень, мне бы прочь от земли. Пожалуйста, там, где в море тонет печаль. Осень, темная даль. Там пизда вообще, очко разрывается у кого-то. Здорово, братишки. Здорово. Здесь тормози. Хватит на них реагировать. Нервные клетки не восстанавливают. Базаром не возьмешь. Аж пульсосы. Хейте рубля. Сейчас, братцы, я просто не вижу у нас караоке, тут я потом отвечу. Что такое осень, это ветер. Вновь играет рваными цепями. Осень, да ползем ли, дойдем ли до ответа, что же будет с родиной и с нами? Песня охуенная, блин. Осень, да ползем ли, долетим ли до рассвета, осень, что же будет завтра с нами? Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень, темная даль. Что такое жирность? Это жирность. Это да суки, там такая. Вот она у меня пиздала. Я сейчас вам всем отвечу, пидорасы. Ка-ба. Давно не летали, поре летали. Жирный. Да, я не жирный. Красиво, блядь, человек. Самолет. Я убрал, стоп, микрофон. Блять, из глаз ты не должен. Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень, темная даль. Тает стаей город в мгле. Осень, что я знал о тебе. Сколько будет рваться листва. Осень, вечно права. Передайте Вадику привет. Вадик, давай. Все, брат, сейчас будем читать все, что мы пропустили. Сейчас, да? Все, внимание. По порядку. Черные буковки, жирные сейчас. Твари, читаем. Внимание. Давай музычку. Опачки. Так. Пиздец. Откуда началось? Ебать, сейчас. Вот, доцент выше. Или откуда? Что? Оля, ну, Оля. Не-не-не, еще ниже, блядь. Там мы начали от Оли, от первой. Вот-вот, что такое жирный, это жирный, по полу разлетается жирный, клетчатка поебала. До свидания сразу, вот, давай, что там. Зачем так нападать на человека? Мы же грамотные люди, а девушка, человек вдвойне. Давайте окунемся в советскую классику. Пожалуйста, две песни подряд. Призрачная, все в этом мире, душима. Прочитайте духа. Прочитайте духа. Обязательно, я сам уважаю классику. Сейчас все будет. Сообщение. Лагает, что ли, получается? Да, что-то не то. Сейчас мы озвучим донат.
Классика — это хорошо, никто не спорит. Классика — это... Сейчас, подождите. Классика, да, я сам люблю Бетховена. Этот, песни у него четкие. Бах, Шопен. Моцарта. Дальше. Так, понятно. О, доцент, спасибо. Своя. Здорово, братишки. Зверь, тормози, хватит. Бля, это мы не успеваем, сейчас. Колыхается брюхо, как море. Я лежу, словно жирный тюлень, честное слово. Клянусь, в натуре жру лишь рис уже 8 недель. Вот ты свинья жирная. Иди нахуй, Ольга, своей жопой и сиськами своими спанелевскими ушами тряси. Так, здорово, братан. Этот славян, братка. Нет, тормози, хватит на них реагировать. Нервные клетки не останутся, они хуесосы, хейтеры, бля. Да я согласен, Славик. Просто видишь, я, бля, обещал отвечать тому, кто через донат. Да что такое? Вика. И глаза с каждым утром все уже. И покакать мне стало труднее. Что же делать с тобой, мое брюхо? Может, брюки одеть потеснее? Одень, поблагодари, одень эту жопу жирную. Спасибо, на свою, да, жопу. И иди гуляй. Давайте дальше. Славик, братка, тебе еще раз привет. Поезд. Так, поезд. Иди нахуй. Вы чё, охуели, пидор? 50 рублей, брат. Ебите духу, леща, передайте Вадику привет. Только Вадику привет. Привет. Только привет, да. За, нахуй ты хамишь, блядь. Да, хамить тут не надо. Да, не хамил бы, я бы дал леща, а так базар ноль. Вадик, тебе привет. Ой, блядь, нервы вытрепали. Песня, вроде я остановилась пока. Да я вроде успокоился, хватит. Ну да, хозяин. Солдаты, включите песню. На душе, братан. Диван, дух смирно, честь отдай. Смирно, боец! Отдай честь. Сейчас будет, хозяин, по порядку тут. Да-да-да, сейчас. Через песню. Ну, при... порядке очереди. Да, сейчас там еще песню, да, заказали. Или брать. Алло, слышите вы это? Чат, вы меня слышите? А что, хотели бы, чтобы я отдельный блок вел, вам какую-нибудь чепуху задвигал? Если да, плюс в чат. За жир побазарим, у кого какой жир, у кого кого чё. Да вот. Поменьше, да? Ольга. Хотят, смотри. Мирный, всемирный. Смотри, как хотят, чтобы... Вы хотите со мной дружить или вы меня что хотите? Мирный, многоквартирный, пунктирный, буксирный, смирна. Ольга, ты ебала, иди нахуй. Вот отвечай, я сделаю свой канал, будешь туда приходить, и будем с тобой обговаривать, что у тебя жирная жопа. Жопа! Жирная свинья! Как они хотят, чтобы я отдельный канал вел, посмотрел? Ну да. Чтобы я вам жир, Павел. Вы реально с армией? В ленинской комнате, что ли? Или это прикол, где дежурный? Ну, костыла там упали быстро. Что за род войск? Воздушный десант. Павел, спасибо за донат, но... Жирный, трактивный, настырный, отшорный, расшоренный, сырный, сырный, фырный, фыркнул, чиркнул. Спасибо, козлый, Алина. Шарнирный, жирный. Алина Болтаевская, спасибо. Спасибо, блядь. Спасибо, Алина. За спасибо, ебут красиво. Зверь просто не реагирует. Да видишь, они хотят, чтобы я целый канал с ними свои нервы тратил. Но я бесплатно там с вами не буду общаться. Только со своими друзьями. Блять, Вован, у меня так... Я уебался спиной, блять. Да-да, люди еще над этим смеются. Ага, блядь. Если бы вы хотя бы не смеялись, блять. Не гоните. Ну, спасибо. Завтра еще лютый придет, открой чат. Завтра меня не будет, кстати, я напоминаю. Что такое жирный? Это жирный. Это жирдяюшка жирненькая. Волк, ты же, блядь, был с нами заодно. Гав. Я вот не понимаю гав. Таких людей, жирный. Реально. Жирный. Гав. Гав. Давно не летали? Марш, даже на тебя внимание жирный. Не буду обращать. Париаей. Жирный. Жирный, жирный самолет. Бля, братцы, а кто вот за меня? Вы хотите, чтобы я отдельный блог вел? Вот что-то рассказывал, там какие-то темы интересные. Если да, плюсаните в чат. Прикольно, я думаю, будет. Прикольно, зверь, я с тобой поцелуйчик.
Я тоже. Не, хотите реально, пацаны, вот кто со мной реально сначала? Без приколов. Хотя, пиздец. Давайте будем базарить, базару ноль, что-то придумаем. Я подумал над этой хуйней. Смотри, хотят, Вован. Ну да. Я хочу, братишка. Да, братан, конечно. Спасибо, брат же. Брат, не злись на долбаеба. Нормальный ты парень. Респект тебе, уважуха. Бля, приятно. Передай привет Жеке души. Из Омска. Давай. Жека из Омска, тебе привет, респект. Жеке из Омска. Жеке из Омска, привет. Давай, режим вентиляции. Вот у нас охрена, смотри, он стоит смирно, пиздота, блядь. А руки, блядь, как у заключенного. Как это, блядь, карит. Давай, режим вентилятора, блядь, включай, чтобы на меня не доходило. Да иди нахуй, ну нахуя, ебать. Нахуй вы так делаете, зачем, блядь? Вы сначала, блядь, в жопу меня целуете, блядь, пиздата, а потом вот такую хуйню исполняете. Ох и твари, блядь. Смотри, люди хотят, чтобы я вел отдельную передачу для них. Вы видите? Будем, пацаны, значит, если хотите, будем передачу вести. Ну да, чё, замутим? Отдельный канал они хотят или просто блог? Отдельный канал, походу, передачу хотят. Мы можем и здесь его, в принципе, вести, нам бы так было. Дух хуёво машешь. Нави. Давай, нога на диван. Хозяин, для тебя. Я бы вот про Мик на самом деле песню бы мог спеть. Нагана, кстати, охуенный чувак, я его пиздец как уважаю. Потолстел, кстати, недавно. Да не так уж давно, бля. Я его пиздяком слушал. Эти Нагана первый, Нагана теплый, блядь. Бля, большинство вообще людей думают, что, ну, думали, наверное, до определенного момента, что Нагана и Баста это два разных человека. Нинтендо еще был. Да, Нинтендо. Он же, по-моему. А он сейчас творчество от Nintendo уже не выпускает? Он выпускает студия, да? Ну я знаю, что такая... Нагана красавчик, блядь, я вот уважаю. Мне так... Ну сейчас я даже не слушаю. Я знаю, да, что такая тема существует, но по-моему она принадлежит, я вообще не в курсе. Да. Это его тема. Ну завтра меня не будет здесь. Грустно, да? Алинка. Да, потому что, бля, я не хочу из-за этих уродов. Они меня, блядь, оскорбляют. Ну да, кому бы хотелось, да, быть, если бы вас оскорбляли. Меня зовут Серега, погонял мой зверь. Его зовут Вован. Это дух петух Костян. И вы в этом не виноваты. Вы в этом не виноваты, действительно. Через пи. Да не буду я сливаться. Да посмотрим, завтра будет завтра. Что-то решим. Душмана поставим на тумбочку. Дух расслабился. Скоро пиздец будет вас. Вы не деды, вы ебаны. Давайте нахуй качайте его. Да иди нахуй, блядь. Закидывай бабки. Давай, закиньте бабки, будем качать. У нас есть там условия. Да, условия все там. Соблюдайте их, и мы будем выполнять все наши условия. Стул, блядь, погнулся. Я тебя удаляю за такое хамство. Неуважение, блядь. Здоровым людям. Пошел отсюда, нахуй. Да, братан. Да, вот и Даня. Опять начинается, блядь, хуйня вот эта, как? Которая, ну, была, блядь, все начинают таглиться, блядь, и лететь нахуй. Я из Питера вообще родом, а Вовчик с Москвы. И я тоже. И он тоже с Москвы. Сиди сюда. Побазарили с дураками, хватит. Да ебавай! Ебла, потоп! Блядь, убирать нахуй теперь там потоп, блядь. Два тигра, опа. Два... Два тигра, два тигра жердяец, два О, ты чё, вообще рамсы попутал, мне тигров будешь давать. Я бы тебе в рот дал, вы, сука. Дух бы тебе дал, блядь, я бы тебе ебать вообще. Давай два тигра, дух, сука. Нихуя себе, блядь, охуела собака ебаная, блядь. Дух на себя их примет. Вообще хуй забить меня. Говорю, что нахуй ты такое да делаешь? Нет, ну, блядь. Давай. Курсурам читай, сначала. Говорю, что там нету, во-первых, здесь нет жердяев, здесь
нет такого. Есть здоровый, а есть тоже здоровый. И есть дух. Давай, помоги. Давай. Давай, черепашка, под говно. Бля, я уебался в натуре, я из-за этого, блядь, не напрягаюсь. Как я уебал, блядь? А, ну давай, ладно, ты думал, всё, Так, две черепашки? Да, давай, ты берёшь назад. Сейчас. Не забывай, блядь, домик залазит. Домик, да. Отойди чуть-чуть. Так, ну что там? Говно, давай. 7. Ха! Ай, блядь! Ха! Пизда ноге! Блядь! Ладно, крайний. Ох, ебать! Да-да, отбивается. Пизда вообще, как ноги отбиваются, бля, вы не представляете нам. Да. Завтра будем начать, чтобы дух качать. Базаром ноль до сварники стал. Но завтра лют, я думаю, прокачает как надо. Да, водки вообще не пили сегодня, да? Ну да, водка, глянь, вообще почти не тронутая. У меня, да, есть девушка. Есть, Аня зовут. От души Алина, спасибо, бля, приятно. Со мной реально много людей. С моим духом, со мной, с моим близким, много людей. Еще у нас есть близкий Лютый. Завтра, кстати, Лютый придет, будет просто дрочка, сука. Будет нереально. Да? Завтра приходите, будет Лютый. Ну я, может, тоже подтянусь. Да, что-то ушли эти все. Хейтеры, заебись. Ну, да и да, не заел бы, да? Качнем, да качнем хоть сейчас. Качнем хоть сейчас, реально. На ура. Блять, на медсестру. Успеем собрать. Бля, вот пиздата. Да. Утка. Жердяюшка, не злись, пись, пись, пись. И не перебивайте звуки доната. Утка ты ебаная, реально, как тебе еще по-другому называть? Ну да, как-то сами. Бля, разберемся. Я устал на вас реально, блядь, внимание обращать, долбоебов. Ну ладно, я говорил, ты мне спрашиваешь, что-то я отвечаю на всю эту хуйню. Ты ебала тупая, реально, иди нахуй. Собирай, ебать, бичей возле метро, нахуй. И давай им свою жопу, блядь, за 100 рублей. Поняла меня, блядь, так, собака? Так, чё, мы песни не проебали, да, вроде бы? Не, никаких. Всё. Всё у нас, да, Нагана мы обещали. Да. Нагана, всё как надо, всё есть. И поехал наш фоновой музончик. Да, давайте, хотите, будем дальше музыку слушать без базара. Бань, суп, да. Сейчас второй еще забаним, нахуй. Будешь базарить много. Да, не разблокируем, ты сильно хамил. Ты, тем более у тебя, кстати, это, цветные сны. У тебя, блядь, извращенские замашки, блядь, а мы с пидорасами не, ебать, не хотим. Ну да, не контактик хуй узнает. Вообще у меня отвращение вызывает. Да, 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 да. Пидорастические. То ты хотел, чтобы тебе бутылку в жопу присунули, потом, чтобы тебе дух, ебать, присушили, ага. Уши, да. Бицуху, базара ноль. Вот это нахуй, правда. Бля, даже текстом хуёво, бля. А также напоминаю, можем писать инстаграм, ага. Никнеймы там так далее, разрисовываются. От души, Антон. И так далее, подписывайтесь на канал. Бля, в Телиске будет нормальных пацанов, да хуя реально. Ну чё, пацаны, будем, наверное, вести блог, да, какой-то, базарить о чём-то. Да, можете предлагать свои идеи. Да, о чём нам ВКонтакте. Да, идеи ВКонтакте кидайте, будем на этом же канале, только я один буду с вами базарить. Не похуй на всех, я за зверя и вована, блядь. От души, Кирюха. От души, красава, блядь. Для Кирюхи фирмы, для Кирюхи. Блядь, да это таких дохуя, ты понимаешь, что ну таких, да, пацанов просто, блядь, тучами. Блядь, нормальных пацанов. Давайте, пишите вообще все предложения нам ВКонтакте, когда вам даже наиболее время, блядь, можно за фастфуд побазарить, я за фастфуд бешеную тему вам разверну, такую, что ты реально, блядь, усрёшься, R4. С
стрим, ну, блядь, когда как? Завтра тоже будет. Завтра будет ЖБХа. Примерно то же самое время. Да. Да, и вот Альби, а Алина, потом еще у нас есть... Ольга? Ольга, да, я знаю их. Да, не так. Да тут еще много девчонок. Эти Вики, да тут много кого. Да сегодня рады, завтра с этим. От души, братан. Князь Марко. От души спели. Ладно, в Сибири три ночи. Поры спать. Завтра дело важное решать надо. Удачи мне. На канал подписался. Жду стрима. Надеюсь, духу не сильно больно. Добра вам. ПС. Поставьте ДДТ просвистело для народа. Просвистело. П.С. Зверь жирный. А хромакей барахлит по углам. Почините. Бля, вот приятно. Ну, да. Приятно слушать. Тебе тоже добра вот от всего сердца. Удачи добра. Тебе. Тебе, твоим близким, твоей семье. С перчатки похали. Жирный расслабился. Тебе, князь, реально, мне с такими людьми приятно общаться. Заходи завтра на стрим, тут еще подумаем над моим блогом. Короче, раскачаем какие-нибудь идеи. Тебе, твоей семье, маме, папе, девушке. Класс. Ну что здесь? Что поделать, ага, блядь? Вот этому и бабу, хотела, да. Нормально. Ох, ебать. Всего аж похотело нахуй. Бля, ща. Жир у вас, ёбаное питерское чмо. Очкарик качается нормально, чтобы выцепить петуха московского. Зима называется хуила в маськах. Да иди нахуй, ты реально бомжара ебаная, сука. Чё ты глаз чешешь? Покажи глаз. Всё заебись. А, чё ты переживаешь? Чё, нормальный пацаны уебан был? А, сука. Короче, идёшь нахуй, блядь. Реально, нахуй вы такие пидорасы, блядь. Мам, будь сосать зверь. Че, нормально? Да, блять, хули тебе будет от конной шерсти ничего. Да, по глазу, еще никому ничего, да. Я не хотел, реально. Да шучу, хотел. Они же так делают. Жир, норм, ты очкарику убил. А покажи, Аван, реально давно. Ну вот, да нормально, да. Бля, братва, ну будем делать. Смотрите, нас уже меньше сотки, никто не смотрит. Тебе встретит Сашка, да, Илья, хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя! Плакать. Сибири, привет! Чего страдать? Можно, блядь. Духа вообще не видно за Серегой, бля. Бля, Антон. Лютый завтра, Алин, будет. Да. Завтра будет. Его все... вот тоже, он тоже тезка моего Серега зовут. Песня пиздатая, да? Будет она. Сейчас приду через секунду. Да, завтра Лютый будет. В это же время, те, кто с нами, подключайтесь к нам завтра. Лютый, да, согласен. Вообще типок ровный. Делает красиво. Славян. Боган, братишка, прочитай ВК сообщение, не поленись. Еще там, давай, Славян, от души. Блин, тут большая переписка. Славян, от души, да, я прочитаю, все, давай не в эфире, просто не хочу отвлекаться. На самом деле, а что там пишут, да, я гляну. Меня перепутали с ним. Алена, покажи Алену. Алена какая-то меня с ним перепутала. Хорошая Алена. Mm-hmm. Алена Писарева. Алена симпатичная. Да. Позвони убить. Из города Екатеринбург. Жаль, мне нечего терять. Мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять. Славик, ты, блядь, наш кореш. Реально красава вообще. Бля, ну прикольно, да. Да, она смотрит интересно наш стрим. Да я видел, да, она флудила. Пожалуйста, флудила? Пожалуйста, да. Ответь мне ВКонтакте, дайте мне его ссылку. Дитос.
Передать премию Михаилу Лунину Бароновичу и поставит песню... Духас Мич! Духас Мичиславович! Сейчас будет! Все, давай привет передадим. Духас Мич! Так, значит, кому? Значит, передаю привет Михаилу Лунину Барановичу. Оставим песню, песня, блядь, бомба. Я, блядь, все песни знаю, у меня такая картотека пизданутая в голове. Оригинал давай. Блядь, охуенно, можно даже погромче. Духаст Вячеславович. Видели, да, эту тему? Да, да, конечно, баян. Вова, сколько весишь? Благодаря так, сколько? Я вешу вообще пиздец как мало, блядь. 82. Только на 10 килограмм поменьше. Как он там? Давай, жги дух, блядь. Духас Мич! Духас Мич! Жопа, жив. Иди нахуй, блядь. Более не буду. Испоганил, вот сука, вот эта овца ебаная, испоганила все настроение. Никаких больше от меня танцев, блядь. Хуй на руль. Пиздец, а за жопу, блядь. За жопу ебаная. Сука, так весело было, блядь. Ага, блядь, реально. Сука, тварь ебаная. Ну и сиди теперь. Давай активнее, блядь. Да, стараюсь, как солист там встанет. Три мы снимаем где-то недели, три. Чё там, Вова? Бля, чё за хуйня? Ты, видимо, только прибил бы. Блядь, какая-то хуйня. Ладно, извините. Чё там пишешь? Да сколько у меня жим? Немного, блядь. Я за результатом не тянусь. 90 жим, короче, у меня, если кому интересно. Топ-канал. От души, братан. Да, от души, приятно. А то пиздильную натуре получишь. Красавцы, пацаны, за поддержку, люблю вас. Просят тебя не только. Все четверо. Нам девчонка пишет, что вы классные все четверо. Стараемся. Да, спасибо, Алиночка, нам не приятно. Не только дух натуре, топ. Духас Вячеславович. Духас. Еще раз голову опустишь, стул к шее привяжу. Рост 175 где-то. Кирилл, если тебе интересно об этом поговорить, то, блядь, мой организм вообще не предрасположен. Я 15 килограмм набрал, блядь, от того, как начал заниматься. Во мне по природе, блядь, 55 килограмм веса. Я сам себя захотел изменить и изменил, блядь. А чё, дрыщ, скучно и неинтересно, какого хуя, а кто интересный? Короче, братва, тут можно будет побазарить за качалку, короче, на моих, ну, короче, на моих стримах. За качалку, за фастфуд, за питание, за чё хотите, я вам раскачаю реально движения грамотные. Жив в чате. Одеть духу слоня Чилюши, пускай жирный успокоится, а дед Вова пиздобол, что такой котел. Пиздобол это, блядь, говорю, ну твоего деда нахуй, и брат твоей сестры, блядь. Что там хотели сделать? Слоника одеть. Давай. Бля, как нужно сбросить, ну я бы тебе вообще дал бы пару советов, ну погоди. А дед Вова пиздобол, что такой котел. Да нормально, да, раскачаем, но давайте не сейчас, у нас сейчас развлекательный канал. За качалку побазарим, это развлекательный канал, на моих стримах будем отдельно обо всем разговаривать, будем, можно и серьезно будет поговорить на серьезные вещи. Да. Решим этот вопрос. А сегодня ракетой, бля, боец, газик. Давай, бля. Да давай, ну без газика, да, с газиком вообще сводник охуенно получается. Ну да? Вот человек хочет без газика. Да с подарок, с газиком, ну, давай, газик да. Прикольнее даже. Сегодня, да, развлекаемся. Это руки ему прикрутил, вот и скажем.
Не слышно нихуя, дай богу. Давай, не слышно. Не слышно нихуя. А покажи. Я, говорит, не слышу. Так. Так, все, хватит. Ага, какой-то, блядь, хохлядский рок пошел. Блядь, ты че, я такой ебался, а мне до сих пор, мне все болит. Да это пиздец, тебе, наверное, будет в натуре полмесяца болеть. Как пузо сбросить, вкратце я тебе скажу, что, блядь, правильное питание, да, и спорт тебе, да, в помощь. Да, я расскажу. Нужно. Я сам могу рассказать, я только сбросить. Как? Бегать? Ебашить надо в зале, бегать на беговой дорожке, умирать просто. Пацаны. Ну, в целом ты должен сжигать калорий, ну, больше, я, чем потреблять. У меня немножко есть животик, конечно. Но, бля, это немножко. Да побазарим, братва, за эту всю хуйню потом на этом, на моем стриме. Я что-то придумаю, решим эту хуйню. Да, да, приколимся. Элефант. 71. Да, да, я расскажу все потом реально. Ну, короче, питание тебе, да, первым, да, делом питание, надо, да, поставить правильно, и все. Это уже, блядь, сколько нормальный процент. Бицуха сколько сантиметров? Да, блядь, не знаю, не мерил, честно скажу. Не, курсить не курсили. Не, тоже не пробовал. Чё-то я очкую эту тему. Не, пизду анаболики. Да и питаться, главное, пиздато, и все. Жрать без меры. Ну, да. Да по любасу, да это я объявлю, за канал-то я объявлю. Если будет что-то. Но вы вообще все, да, я так понял, хотели. Да прикольно, я думал, будет. Да. Лютый, не знаю. Пропустил, не знаю. Завтра у Лютого спросите. Да, завтра Лютый будет. Дух дрочит. У него была баба, киданула его. Теперь он дрочит. Теперь я в армии. Теперь я в армии, нахуй. В зале ебашил, вообще не вылазил оттуда его, пацаны, реально. Сейчас немножко подцепил. Руки моешь. По каким дням стрим? Ну когда как? Обычно по будням. Спонтанно, да. Все новости. Да, спонтанно, как получается. Будет. Духу жарко, да. Ну, блядь. Завтра стрим будет 100%. Это просто, блядь, 1000000%. Да. Завтра примерно в то же самое время. 45 плюс битуха. 45,5 даже было. Ну, у меня около 40, я думаю. Не мерил, правда. Хуй его знает. Сейчас дух еще немного постоял эту хуйню. Сколько духу стоял эту хуйню? Хуй знает. Жарко, что ли? А он не слышит нихуя, у него уши. Да, да. У него уши закрыты. Завтра он нихуя не слышит. Да. 7-8 вечера. Да, мы еще сейчас не уходим никуда вообще, блядь. Да, что, живем сегодняшним днем. Да. Завтра будет все, обещаю. Ждите завтра нормально подгончик. Братка, от души. Мы всегда рады. Всегда, да. Приятно. Душа выпускала. Вика. Опа. Председать. 50 раз. Давай. И подганны 5 раз. Давай. Благодари Вику. Спасибо, Вика. Сможешь вы как у них? Сможет, блядь. Да, да. Давай, я посчитаю, да. Да его, блядь, дыши. Уебался я только, да, Колян, хуёво, блядь. Давай, так-то всё заебись, приседания, уебался я, блядь. Раз, два, да нам так-то мы сядем, что фон видно, да? Как четыре, по-другому нихуя не сделать, места мало. Пять, шесть, семь. Сейчас запердит, говорят. Девять. Уебался я, пацаны, хуёво, блядь. Да так-то всё заебись. Одиннадцать. Эти дауны, блядь, играть начали. Тринадцать. Сразу, блядь. Четырнадцать. Да ладно. Пятнадцать. Шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, да болит 23, спина, ёк, копчик болит. 24, 25, 26,
27. 28. Быстрее, 29. 30. Да не, не сдох. 31. Для него вообще хуйня. 32. 33. 34, блядь. Я знаешь, 35. Кого нахуй? С Антипки. 36. Ну да, красиво вообще красиво сделал, блядь. Красиво, блядь. Пятнашку заявил. 38. 39. 40. 41. 42. Видно так? 43. 44. Видно так. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Отдыши, Вовчик, я знаю, ты нам подгонял подгоны. Спасибо. Да стараемся для вас, братцы. Я не слышу доклада. Разрешите было сделать, кого разрешить зарубить? Разрешаю. Угорать над болью человека, да, блядь, ага. Петуховка, произведение, приседание закончилось. Красиво, блядь. Ты можешь снимать это? Или давай, петухов. Сними его, ладно. Блядь, снимай сам. Ну да, блядь. Тапки наебнешь, пизда. Смотри, чтоб тапок не упал. Тапок. А, еще под говно. Да показывал же уже пацаны бицуху. Смотри. Так видно, блядь. За духа. Духа не видно за бицухой, блядь. У зверя бицуха, как духа, башка, блядь. Да. Так, под говно. Проверяй. Под говно, да, сейчас докажем. Жрец секунд, заправляемся и взлетаем. Блядь, а сиги кончили, шаришь? Бля, души Артём. Блять, есть сиги, за ними надо идти. Сейчас сходим, принесем. Давай. Давай, пять раз под говно пока въебем. Раз. Три. Пять. Шесть, блядь. Бонусный. Ну это бонус. Да. Пизда, пицуха, я в охуе. Ну да, занимался пиздец. Давай, давай, удачи тебе тоже. С меня прилагается. От души, братуха. Че там еще просили-то? Сейчас сигнат намутить. Опа. Хозяин, солдаты. Солдаты, включите песню Баста. Смоки Мун. Мы живем, чтобы умирать. Ну и хорошего вечера вам. Давай, это уже. Напоследок дух. Прощай, любите. И душара честь не забыть отдать. Сейчас отдаст. Давай, хорошего. Опа. Привет, передай. Воинское, привет. Сейчас я сигнат. Хозяин, тебе привет. От души. Так, песню. Смоки Мун. Сиву и на взлет. А, блядь. Ху знает, как его показать. Вроде есть. Так, чё мы ещё? Там на взлёт надо, да? Сигу и на взлёт. Сейчас, сначала надо сигу сожрать. Хуя минус какой пиздатый, блядь, мы эту песню к тебе добавляем. О, видно? Сейчас сиги будут. Сейчас сиги будут, да? А чё, когда, через сколько? А? Через сколько? Что? Сиги будут. Сейчас будут. Сейчас замутим. Просто, блядь, вертолёт сначала тогда замутим. Давай тогда полетели. Ну сейчас, после песни. Бля, пацаны, спасибо вам, что помогаете нам отвечать на некоторые вопросы в чате. Просто некоторые дауны уже настолько заебали, блядь, что тяжело уже. Да, одни и те же вопросы, это вообще полный пиздец. Да, спасибо за поддержку, братва. Александр Зайцев, с какой целью интересуешься? Давай, Вова, Шкода. Доброй ночи тебе. Бля, пацаны, с перчатки я ему охуительно уебал. Бля, мне понравилось, кто, красиво. Кто считает, что охуительно, плюсаните, а? Нормально, да, с перчатки? Так точно. Да все согласовано у нас, Александр, не переживай. У нас полный порядок. Да. Насчет этого
Да, нам, нам париться, не тебе в любом случае. Плюс, пишет. Супер, спору нет, хоть он меня обзывал, но спору нет. Р4, а ты будешь мои стримы смотреть, если я в одиноково стримить буду? Зега-зега, о, здорово, брат. Не, никак у мопса. У нас отдельный контент. У нас вообще все другое. Я не знаю, почему вы сравниваете наш канал с их каналом. У нас вообще, по-моему, ничего нету схожего. Начнем с этого. И больше я на эту тему не хочу вообще разговаривать. Конечно, родители, да, на базара ноль. О, сука. Сейчас мы песню заслушаем и полетим на взлет. Просто надо без музыки, да, чтобы звук двигателя был слышен. Он у него троит сегодня, пиздец, да, соляра бодяженная, блядь. Покажи, как лезвие прилетело вон, а то не верят, ближе. Повернись, не видно. Блядь, ну вот, видно. Да, да покажи. Да видно, видно. Мопс, нахуй, мопс. Мопс, пацаны, мы, блядь, с вами большая, блядь. Медсестра, ну если соберем на медсестру, то большая придет, да. Накажем, блядь, всех. Красивая медсестра, вы должны представлять. Если соберем, бля, буду, я замучу эту хуйню. Вот сегодня же на стриме это будет. Я вам отвечаю, пацаны, если мы собираем. Ну, босс, ну будешь, ну забыл свой дом, забыл творца, но никто из них не забыл мой флоу. Классно, другими не что, если нет над собой ее. И все, что ты меня... А, что, прайсика? Прайс у всех. Да, я думал, не надо. Они просто просят некоторые люди всякие вещи. Крокодила посушить, как я его здесь посушу? Я сразу сказал, что крокодила нету. У нас даже, кстати, не по... у нас там какая-то похуйня с мопсом повторяется. То не факт, что мы у него. Он у нас тоже, пацаны, дохуя чего взял. Да, ну зачем вообще разговаривать на эту тему, ее поднимать? Если хотите это обсудить, пишите ВКонтакте, да, там все обсудят. Да, медсестру все хотят, донатим. Я, пацаны, отвечаю, я замучу медсестру, блядь, вот. Отвечаю вам. Поводить. Не, базар был на медсестру. Медсестру для духа, да. Она его будет лечить, ласкать. Посмотрим шоу, я сам хуй знает, что там будет, но посмотрим. На прокачку, вернее, на бой, да? Так точно. Скажи, что праздник. Здесь, во-первых, прокачка на бодрость духа. Духу. Это во-первых. Во-вторых, здесь как культ массово спортивно-развлекательный контент. То есть, ну, тут как бы никто никого не бьет. Здесь учат быть сильным, не ругаться матом, ну и так далее. Ну и, соответственно, на вашу радость. Ему повари хоть один из половников. Тидзи, не хочешь запердолить? Я не видел ее. Ну я так понимаю, ну я по ее этому. Пиздатая песня. Спасибо за приятный заказ, мне понравился. Мы наваливаем бас. Хуяный этот трек. Ну вот в оригинале заготовим. Так, сейчас полетит душа. Давай, пиздец, забыли уже. Так, не забывай, что, блядь, к вертолету. Соляра у тебя говно. Двигатели сделали плохо. Он у тебя троит, барахлит. У тебя пропеллер прокручивается, блядь. Завтра будет новый вертолет. Александр Зайцев, есть какие-то предложения? Все предложения в личку, да, в натуре. Если ты что-то, чем-то хочешь помочь или предложить сотрудничество, в личное сообщение. Да, пожалуйста, мы это не будем обсуждать, да, сейчас, да, да, в эфире. Да, так-то базар ноль. Обсудим в личку. Ну вот представь, сейчас время эфира. Сейчас я сигареты заберу. Так. Тебя сначала еще нужно заправить. Заправить? Ну влетательный аппарат. Залази-то, блядь. Дверь клинит.
Не упирайся, что за хуйня, ты почему упираешься, блядь? Все нахуй, начинаем заправку, блядь. Заправляем соляры. Соляра у нас сегодня хуевая, блядь, не знаю, как будет движка работать. Да сигой заправим. Ну, да? Блядь. Да. Ладно, выходи из летательного аппарата, ты чё, блядь, через стенку нахуй. Давай. Сейчас он сиги похавает, а потом это полетит. И на взлет. И на взлет, реально. Сигу перед этим. Я схурю, а он полетит. 2000 баксов за сигарету. Сразу руку показывай. Все, нету. Вот такая так. Мабуда. Так, теперь залезь опять в летательный аппарат. Ебать, как свинья крещит. Ага, блядь. Не смазали дверь. Ну, что надо было на позапрошлом стриме вызывать. Тогда ему реально пизда была. Опять рацию не починили, да что ж они за механики такие, а? Сейчас настроим, подкрутим. Давай, заводи. Диспетчер, как слышно, прием. Борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду запустить двигатель. Повторяю, запрашиваю команду запустить двигатель. Как слышно, прием. Повторите, вас не слышно. Борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду на запуск двигателя. Повторяю, борт рядовой Петухов. Запрашиваю команду на запуск двигателя. Прием. Хоронить. Разрешаю запуск двигателя, борт рядовой Петухов. Так точно, запускаю двигатель. Давайте, не отвлекаемся, запускаем двигатель. Что, умрет, похороним чего? Что еще сделаешь, да, Костян? Так точно. Ты умрет, что? Пирожков поедим, водочки ёбнем. Ёбнем, на поминках так набухаемся, что ебануться можно. Костян, блядь, каждого хейтера обоссыт на том свете. Ты помнишь это, забывший не дрочи, помнишь, как ты это показал хейтерам? Когда ты... нету палки, но я могу этой штукой показать. Вот это их очко, а вот это вот мой член. Пропеллер, блядь, не поменял. Пропеллером. Да, давай, погнал. Давай, запускай двигатель. Запускаю двигатель. Разгазовывай, блядь! Газу больше еще, блядь! До конца выжимай сцепление, блядь! Сцепление, ебать, с воздухом, погнал! Борт Роман, сейчас уйдешь отсюда нахуй, сейчас, ебать, чат мне поможет тебя отхейтить конкретно. Понял, Роман? Так что не надо ругаться. Понял, блядь? Диспетчер, прием. Как слышно? Слышно нормально. Что хотели, бортрядовой Петухов. Бортрядовой Петухов, запрашиваю команду на взлет, как слышно. Повторяю, запрашиваю команду на взлет. Отказываю во взлете, прогрейте тщательно двигатель. Так точно, прогреваю двигатель. Прибавь оборотов, блядь. Тягу больше. Да-да, что-то тяги не хватает, блядь. Павел, вот. Красавчик. Роман сразу все успокоился. Так что, Роман, не надо ругаться, потому что я еще попрошу своих друзей. Да, все. Честь любителей подбрасывать говно на вентилятор в чате. Поставьте песню «Человек говно». Давай-давай. От души, сейчас сделаем. Диспетчер. Да, от души, до как сцены, слышно, прием. Как поставим. Борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Повторяю, борт рядовой Петухов, запрашиваю команду на вылет. Бля, брат, за поддержку в чате от души. Так приятно, что вы тащите, блядь. Вот просто донать я им сам буду отвечать собакам, блядь. А вы помогайте тут, блядь. Вылетаю от винта. Каждому плюсик от винта. Пробуй, как? Не так, сразу не хочет, да? Вторую бомбу дай, Роман.
Да погоди, ты меня убьёшь. Ракеты, блядь! Выворачивайся, сука! Портридовой петухов! Что произошло? Меня сбили, диспетчер! Повторяю, меня сбили, я сбит! Покинут летательную аппарат! Блядь, ракетами, пацаны! Блядь! Просто ракетами он упал, сука! В поле, блядь! И даже, сука, не эвакуировался, как настоящий десантник! За это этой дури можно дать леща, да? Если да, то плюсик в чат. Ракеты нормально, да? Прилетели злостно. Ты что не уворачивайся от снарядов, блядь? Все пишут от души, блядь. Нормально, блядь. Давайте, подзатыльничек. За это, за то, что ты, блядь, как настоящий десантник не эвакуировался, да? Так точно. А это за то, что ты не уворачиваешься. Пиздец, славливаешь все, блядь, снаряды в себя. Охуительно. А, блядь, сука. Охуенно. Так ты, блядь, на деда Вову ёбнулся. Пацаны, представьте, как завтра будет бешено, когда еще лютый придет. Пал на базу. Это будет вообще же жесть. Блядь. Блядь, ты почему, правда, не уворачиваешься нахуй? Старался. Нихуя ты не старался, ты их славливал, как будто, блядь, специально своим лицом, нахуй. Тогда его никак не так, я ловил его, вау, в кабине ракеты, блядь, бомбу затащил, ракеты, блядь, поймал. Пиздец, сколько ты уже кабин порт разъебал, блядь, это вообще. Да я сегодня уебался, охуенно. Хейтеры я нормас наказали. R4 уебался я охуительно, да? А, блядь. До сих пор я в ахуе с этого Умора хули, да, Костян? Так точно. Ну так да. Точно. Ну да, да, да. Что там пишут? Да мы не собираемся никого плевать. Завтра подгончик. От души, братва, так приятно для такой поддержки. О, там уже всем объяснили, откуда. Ну да, кто спасибо, что и откуда. Роман, спасибо. Кому сколько. Да вот на туре, да схуя ли не переплюнуть? Переплюнуть? Блять, пиздец, какие красавцы, блять, тут знаю, меня в ахуе. Так, человек говно, песню обещали поставить. Да, и забыли, а ты чего молчишь? Ага, блять, ну-ка нахуй, под затыльника. Опа, за то, что молчал, блядь. Почему, блядь, я должен все помнить? Мы что, за тебя должны, блядь, что вспоминать? Меня просто подбили, я... Подбили, не хуёло вообще, я охуел. Слабо. Я думаю, это... Это песня. Хлопай. Так, вот так, хлопай. О, это Алёнка Писарева, да, в чате? Блядь, какие бобсы обсуждают, меня это раздражает. Ну да. Ладно, не будем, да. Блять, начинается с меня всякое. Блять, песня походу советская, да, еще какая-то старая. Ага, братан, души за поддержку. Ну, на самом деле, ни с кем мериться письками, это да. Не по-нашему.
тогда заебали. Просто человек, просто человек. Просто человек, человек, говно. Просто человек, просто человек. Просто человек, человек, говно. Аленка, нам всем от 18 до 25. Да. Ну что, вам будет нельзя? Так, хватит. Опа. Все, песню просили, песню получили. Хочу сказать, что скоро мы будем... Маска, братан, потому что, блядь, дохуя кто нас знает. Реально, блядь, известный немножко. И поэтому, ну, попозже снимем реально маски. Дайте время. Раскачаем движуху, снимем маски. Да ты самому не по кайфу в этой хуйне торчать. Такая вот чепуха. Так. Что вам сказать? Я все начинаю и не могу закончить никак свою речь. Завтра мы также будем на этом же канале, примерно в то же самое время. Но с нами будет Лютый. Поэтому мы с вами на сегодня прощаемся. Встретимся с вами завтра. Да, с вами был Константин Петухов, вы в этом не виноваты. С вами был дедушка Вова, товарищ Зверь. Всем удачного вечера и спокойной ночи. Давайте, братва, до завтра. Да. Всем пока, доброй ночи. С вами.